Мы покупали бутылку пива. Да, здорово, чат. Чего? Это, ты про слова знаешь? Слова. А ну, замуть микрофон, слышишь, она слов не знает. Какие слова? Ребят, я объяснял ей. Алло, здорово, что создать? Да, инсту надо запостить, да. Мою? Инсту запостить. Нет, так, да. Ну, типа, отражение. Подожди, куда, а сколько тебе листы? Если не будет летать, короче. А у тебя парень есть? Нет. Почему? Нет. А сколько тебе лет? А тебе скажи. 18. Я узнаю сам. Ребятки, смотрите, кто у нас тут. Тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Заходим по свайпу. Ребятки, смотрите, кто у нас тут. Отметь нас лучше, блядь. Да, сейчас. Здорово, чат. Это Тати? В смысле, какая Тати, блядь? Ничего себе. Так. Познакомь их с чатом. Да, сейчас. Ребят, мы только запустили, сейчас, секундочку. Все будет. Все будет. Конечно, познакомим всех. Со всеми. Вот чат, да, ты можешь читать. У него просто очки, и он хорошо видит, знаешь, а мы не очень. Не, я хорошо вижу. Так, все. Шо, как дела? Да, ребята, угадайте имя, давайте. Это Пати, да. Это Мустрой 2.0. А ты знакома с таким? Шарю. Ты смотрела такое? Да. У нас попроще немного, мы просто после стримов все делаем, а не она. Да. Я так жестко не буду заебывать. В смысле заебывать? Так мы не устроим, чтобы так терпеть. Есть ответил? Да. На тебе репостно. Давай. Жека ее зовут. Как ее зовут, ребят? Как она сейчас будет у тебя забирать ее? Кто? Кто забирать у меня будет? Жуй, ты что, пришел девушку ее забирать или что? В смысле твою, блядь. А ты не знаешь еще? Что? Я уже всем представил, что ты моя девушка. Да ты, бля, Свой, ты серьезно? Ты с этим намерен? Подожди, стой. Все, бля. Ира, нет, ребят, посиди, это Оля. Школе, это Олечка, Оля. Я думаю, вы один раз ее, возможно, на стриме на ИРЛ видели. Они тебе выходили на ИРЛ? Да, мы этот... На Майдане. У нее подружка, да, жесткая, не дала... Не дала подсёвы. Как это она... Короче, я хотел эту ямочку, ну, типа, она мне доверилась, она реально поняла, она доверилась, такая стоит, не, типа, я говорю, я просто не выкупила, в чем прикол, типа, да. Я стою. Да. Какая ямочка, не могу понять. Вот эта. Ямочка, да. Когда улыбаюсь. Хочешь меня туда поцеловать? Могу. Не-не-не, Тебя могу. Так, все, репост, молодец, да. Окей. Да, ребят, это вот такая интересная личность, вот серьезно, я на нее подписался, я не помню, или ты подписалась, я не помню. Ну, нет, короче, ты на меня подписался. Хорошо, да, она, кстати, недавно только подписалась. Злой, садись ближе. Я ей ближе сел. Окей. Так, мне надо, короче... Я знаю, кому ближе садиться, дед. Ну окей. Вот, и она оказалась очень интересной личностью, тиктокерша, да? Ты трек какой-то записала, трек есть. Я думаю, трек... Да, я трек пишу. Мы, может, фит сделаем? А ты умеешь фристайлить? Нет. Я никогда не фристайлю вообще. Типа, где ты умеешь фристайлить? Это как? Ну, типа, рэп создавать на ходу. А, рифа. Подбит, типа, ты сразу что-то выдумываешь. Ну, можно что-то. Давай, типа, можно мы что-то. Сидим в хате. Ты, мы сидим пацана. В хате, с нами крутая девка. Крутая Тати, йоу. Да. Не, это надо тренироваться, на самом деле. Я вижу, я видел, как ты, короче, подбит нормально, так читал. Да. Да нет, это не читал, это так чисто балаболил, блядь. Не будем. Осуждаем зло. В смысле, за что меня осуждаем? Мы тут, если что-то опасное говорим, все время осуждаем. Осуждаем. За что вы это душите так? Короче, ребят, это Олечка. И давай, вот серьезно, вот честно, вот один раз я ее увидел
Ну, так лучше, понимаете? Так лучше, ну, типа, чтобы и вы знакомились с ней, и мы знакомились с ней. То есть, пригласил, мы не встречались больше. То есть, там переписывались пару раз, короче, и все. Там аудио отправляли, короче, члены писки. Это осуждаем, да, Артур? Члены можно. Можно, да? Да, ну, короче, да, члены сиськи поперекидывали, ну, и все. И на этом закончилось, вот. Я, ну, типа, думаю, вот, ровная мала. Если скидывает, да, короче, ответку, да, то, значит, ровная, короче. И вот ты пригласил, вот, и знакомимся. Давай, давай ты что-то расскажи. Вот что, чем ты вообще живешь? Я чем живу? Как это лучше? Я? Да, конечно. Ты учишься, работаешь. Я учусь, работаю. В творчестве себя пробую. Я все. Это офигенно. Ну, она прям позитивно. Ты видел ее сторис? А, ты не видел ее сторис. Покажи мне что-то. Она прям там флексит, там что-то. Постоянно движуха какая-то. Покажи, дед, мне что-то у нее. Инсту показать? Ну, пускай она покажет. Ну, посмотри, мне инстуху. Нужно зазнакомиться, мне просто дед протащил, говорит, блядь, такая красивая мадемуазель, ты должен. Ну, зачекай мою инстуху, если хочешь. Оу, я сейчас зачекаю. Зачекай. Но у меня там типа много всякого типа. Чат вам нормально слышать? Ничего не надо делать? Тише, громче. А что там в чате пишешь? Запрещенок нету у тебя тут? А нет, я удалила. Ты на гитаре умеешь петь? Ну, играть. На гитаре умею петь, да. Дядя, так она умеет петь, прикинь. Так я знаю, я тебе говорю, она офигенная лично. А чё у тебя по ТикТоку? Типа стреляет что-то? Нет, я личку просто снимаю. Типа я там какие-то танцы там в патике выхожу, типа нехуй делать. Что, ты снимаешь личку? Дичку. Дичку? Да, я дичку. Знаю слово дичка в другом плане. Не, у меня не такая дичка, у меня дичка чуть попроще, но... Ты нас научишь снимать? Мы не тиктокеры. У меня есть тикток, но я типа не шарю снимать такое. Я бы хотел что-то такое прям... Резющее такое. Пап, вот это жопой завести научиться. Ты умеешь? А ты умеешь, да? Твер, ты танцевать умеешь, наверное? Ну, танцевать... Мы на тебя не нападаем слишком, как коршун. Чуть-чуть умею. Нет, пока нормально. Просто в центре внимания. Сторон! Короче, звоню сейчас сверху. Так это бутерброд какой-то начинается, что ли, блядь. Да, инсту, ребят, сейчас подождите. Конечно, инста, конечно, ребят, я как бы человек не жадный. Ну, конечно, девочка творческая, дадим инсту, подпишитесь. Это ей будет приятно. Посмотрим ТикТок какой-то. Я не знаю, познакомить. Возможно, какую-то нарезку ей типа глянуть. Стримерскую, чтобы она понимала. Да, чтобы она вот, может быть, говорила, кого знает. Ты Твич вообще не смотришь. Я вообще не смотрю. И ты не знаешь, кто я, да? Нет. Меня все называют куколд. Куколд. Каблук. Я такой под женщин стелюсь, пиздец. Да? Мне нравится. А ты видишь такие? Тебе нравится? Ну такое. Вообще, честно, нет. Я любитель поработать снизу, так сказать. Ну я люблю тогда так. Я любитель работать языком. Как? Вот так, кулаком? Не, ну тоже могу. Там, допустим, еды приготовь мне там. Не, ну не так, но... Ну так, знаешь, там... Он любитель языком поработать, да. Это по факту. Я не умею. Научишь? Ну, научишь. А ты умеешь? Нет. Не, ну по твоим песням я бы сказал бы обратное. Ну, это другое. Окей, мы можем тебя ознакомить с нашим ремеслом, а ты с нашим. Да. А ты с нашим, хорошо, давай. А мы тебя со своим, ты нас со своим. Давай, давай. Окей, давай изначально мы тебя. Короче, мы на Твиче. Да. Платформа для прямых эфиров. Мы тут с типами сидим, кайфуем. Вот это типы, вот... Пиксели, видишь? Чатик, чатик Ку. Это чатик, это наши кенты. Чатик Ку, поздоровайтесь с Олечкой. Это наши кенты, блядь, они с нами всегда и везде, блядь. Они готовы лицезреть нас в любое время суток и дня и ночи. Mm-hmm. Ну, как ты заметила, дед к тебе, помнишь, подходил когда-то, вот с телефоном вот это снимал, да? Да, да, я да. Помню, мы и такое они выходим, бьют, да. Они бьют за то, чтобы он дед счастливый был. Ну, он молодой чел, но у него еще нету мадемуазели его сердца. А, блядь, да? Да, ты ёбну помимо. Блядь. Кликуха у меня дед, да, чатик? Сколько мне лет? Вот смотри, чатик всегда знает, сколько мне лет. Сколько мне лет, чат?
Микро, все. Дед, да, 56, не, 40, фейк-инфа. Сейчас смайлики пойдут, сколько там? Хоть мои попробуйте. Ну, ладно. Давай. Короче, она не разберется. Она не разберется. Хоть мою попробуй, а мою хочешь посылать? Да не, хуёвая. Ой, это Джу, я только Джу, кстати, продала недавно. У меня послаще будет. Послаще будет? Что, твой пенис? Это его любимое слово, пенис. Они уже на бурдершафтом курят. Вкуснее будет. А ты короной не болеешь? Нет. Не, она в маске. Ты сначала это взял, а потом спросил. Я ее в маске нашел, да. Может, я болею просто? Хули ты АФК? В смысле АФК? Я, блядь, я нормально включаюсь. Алло, я, блядь, спрашиваю. Сейчас подожди, поразговаривай. Я тоже ее первый раз вижу. Мы должны привыкнуть друг к другу. Ребята, это не так просто. Это прямой эфир. Это ничего не наигранное. Это все... На ваших глазах, не, все ловко, импровизация. Потому что они так часто красных, таких красивых девчонок. Я, люди, вот я домой, тебе тоже и скажу. Меня приглашают именно. И знаешь, я вот хотел, знаешь, типа, ну, думал, тет-а-тет, да? Артур, говорю, вот смотри, кто ко мне во вторник придет. А знаешь, что он сказал? Позови меня. Нет, это он меня позвал. Это он меня позвал. Не говорил такого. Бля, дед, он говорит, злой, ты должен посетить мое мероприятие, обязательно. Да. Тут все будет по кайфу. Ты должен посетить. Я такой... Да вообще, парируре, парирам, да, и поехали. Я только, ну, свет увидел белого дня сегодня. Я думаю, так, надо заскочить к деду, потому что... По-любому. Да. Оценочки инсты, ребят, сейчас будет. Мы оценим, конечно, ее инсту. Там есть такие... Так давай мы можем... Впечатлить. Ну да, давай. Впечатлить. Хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть? Вообще есть. Только смотри, пониз не засветит. Не. Где-то нету голых фоток? Нету. Я же говорю, я удалила. Ты удалила? Подожди, ты ту удалила самую главную? Да. Не. Да. Ту удалила? Ну, не знаю, наверное. Смотрю, чат только выведи на второй моник, брат. На второй моник? Опа. Не, сейчас нормально будет. Бля, куда-то его сюда. Ой, даже так можно? Да, тут можно все перетаскивать. Ехунько. Так, нормально. Подожди. Ты чат покажи мне, я же не вижу типов. Вот ту фотку. Дедушка. Бля, хорошо, чат наш. Да. Окей, ну, бля. Типа выведи на второй экран. Что такое? Что не так? Он волнуется. Так, чатик, секундочку, ты чат. Ты читаешь, да? На ну, чуть-чуть экран. Поглядываю. Бля. У меня нету девушки, бля, что вы пишете? У Артура... У меня нету девушки. Да нету, нет, нету девушки у него. Нету девушки у него. Я же тебе говорю, он так и мне... То, что он приплетает, он говорю, он сразу сказал, что ему понравилось, говорит, и все. Я думаю, ну как это я не уступлю другу девушку такую красивую, посмотрите, ой-ой-ой, так, чатик, вот инста ее. Подпишитесь, ей будет очень приятно, вот. Да. У меня парень есть просто. Так. У меня нету. Так, нету парня, да? Нет. Это хорошо. Так, 1530. О, это ты? Это я. Она, да, прикинь. Да. Вот я говорю, у нее сторисы такие, вот она постоянно на позитиве такая, туда-сюда, вот прям летает. Знаешь, я ТикТок не видел, вот я хотел, как она называется, посмотреть и ТикТок там, и пригласить ее, знаешь, вот чтобы было вот банально, чтобы я не видел, чтобы вот первые эмоции. Угу. Вот, ну инсту я видел, слушай, ну та фотка, которая, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бля, ахэгао, это красиво, бля, а ну давай еще раз. Подожди, аниме подожди. Смотришь? Подожди. Нет, не смотрю. Откуда? Подожди, ты еще знаешь, как это делать? Не знаю, это так как-то. Давай, на просто, рефлексах. Просто язык. Не. Язык вперед, короче, и смотришь вверх. Так? Она на меня смотрела, за ней. Это я смотрела. Ну, она под тебя постарается, твой, то нормально-то. Так, давайте сдвинем назад. Назад. И посмотрим дальше. Ну тут. Ой-ой-ой. Ну, это прикольно, мне нравится. Да. Я люблю, когда типа я сзади. Ну она вообще, говорю, такая естественная. Какую еще зачекаем? Да у нас свой выбор. Это охуенно. О, смотрите. Нихуя не слышно. Бля, ты видишь, какая энергия, какие эмоции? Чат, как вам? Это твой трек? Да. Видишь, какая А как улыбается? Такая красивая улыбка. Такая красивая улыбка. А что, тебе непривычно твой голос слышать? Нет, мне очень нравится. Смотри только, брат, это же лучше. А, да? Прикольно.
Так, лайкосики, ребят, вот сюда вот лайкосики на этот трекич поставьте, пожалуйста. Нет, это прикольно, это прикольно. О, снова Ахигао. Ей нравится это. Слушай, ну в тебе, да, слушай, да, смотришь на тебя, видишь какую-то пошлость. Пошлячка, да? Чуть-чуть. Да, да, чуть-чуть, она говорит, чуть-чуть, да-да-да. Блин, не, а где, слушай, а ты можешь с архива показать? Я могу. Фотку, да-да-да. Вот та, ту самую вернуть. Та, которая, да-да-да-да. Та, которая, я поняла, та, которая на все реагирует. Да, на да. Ну, та, на там офигенная фотка, там очень открытая, ну не то, что прям открытая. Открытая. Что ты делаешь? Я хочу, чтобы нас больше было видно. Все, можешь обновлять, я вернула ее. Так, чат, внимание, чат, внимание. Чат, внимание. Вот это? А еще одна была. Какая? Вот это? Там, где вот так. Ой, вот. Дядь, а тут мне сейчас пизды могут дать. Бля, нет, это там купальник, алё. А, вот. Какой купальник? Вот. А, ну я не удаляла никуда. Ты видишь? Ты видишь? Бля, у меня встал вой, у тебя как? Не, мне надо что-то побольше, чтобы встало. И снова охренело, бля. Бля, дед, я... Резюка, резюка, так, не, ну, инста, ребят, инста очень не однообразная, да, вот какие-то фотки все под настроение сделали, вот смотрите. Дед, а вот покажи свою инсту, пускай она оценит твою инсту. Там моя инста, я не то, что не люблю фоткаться, я не люблю просить, как чтобы меня сфоткали. Ну, прикольно, там много фоток с братом я видела. Да, 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 да. Надо, серьезно. Я прочекал. Знаешь, ты понимаешь, я Михалину позвал, забыл сфоткать. С тобой этот, ну, постоянно, да, с Саней там, например, с Артуром только сфоткался. Ну, вот реально, типа, ну, мы дружим, а я что-то забываю. Ну, мы тоже, блядь. С Вадимом, да, например. Ну, со мной не забудь только. Да, да, хорошо, сфоткаюсь обязательно. Я что-то постоянно забываю. А оно реально, ну, типа, а в ленту надо добавлять. Это вообще не купальник. А что это? Ну, это... Это что? Белье? Да. Покажешь? Ты меня умрешь, ва? Нет. Я хочу Нет! А хочется проверить. Так, ладно, чатик. Инсту мы ее зачекали. Да-да-да-да-да. Инсту зачекали. Да. Что пишет? Да не, у нас чат токсиков, знаешь, такой токсик. Да, да, да. То я есть, вот, я вижу, а что это за токсики? Не нужно читать то, что это. Просто, а да. Что это так агрессивно? А сколько тебе лет? 18. 18? Да. Ровненько прям. У нас просто тоже девчонки иногда смотрят, и они очень ревнуют. Да, да, да. Они да. не на том месте, да. где ты. Ей 18, чат, нормально все. Так, чатик, да, подпишитесь на этот, на инсту, ей будет очень приятно. Она хорошая, они дураки, а я принцесса, я согласна. Вот это да. Так, это боже, у нас еще на Твиче популярная тема шиперистов. Знаешь, а, я шара. Ты знаешь, что? Что именно? И с кем вы меня будете шиперить? Ну, меня все шиперят, просто я секс-символ. А, по-любому. Секс-символ? Так у тебя не ставят. Снимай футболку, я тебе сейчас покажу секс-символ. Что, снять футболку? Конечно. Чтоб ты увидел настоящее мужское тело, блядь. Не, ну, а она не чекала моё. У меня есть истории без футболки. Да? У меня тоже. Смотри, давай, очень. давай. Покажи ей инстаграм мой. Нет, зачем мне инстаграм? Я сразу слился. Я свои фотки, блядь. Ну, как тебе вот это? Ну, я видела, что ты в 11 утра каждый день идешь зайчик. Да, конечно, 11 утра. Ты посмотри на это. Ну, терминатор. Посмотри. Машина для убийства, я считаю. Ну, красиво? Красиво. Красиво. Посмотри, как выделяются мышцы. Очень. Чат. Ну, это жесть, вы видели эти, блядь, писец? Да, конечно. Я все. Блядь, злой начинает, понимаете, душить словами, я фактами. Все, сюда факты. Тебе показать без футболки себя? Сюда факты. Тебе показать себя без футболки? Да, конечно, давай. Пускай на экране покажут. А мне пишут? Что? Да, блядь, такое чувство, что я нахуй цепной пес, блядь. Да, что-то, блядь, вы чё, чат, алё. О, ты шо, полетели подписочки. Ого, ты шо. Спасибо, ребят, да, ей очень приятно. Вы видите, подпишитесь на инсту, ей очень приятно. Это очень интересная, так сказать, целеустремленная, да, радостная личность, вот. И творческая, да, главное творческая. Взять в рот, блядь. Так. Это мы просто поменялись с этими лоджиками, ой, ашкюдишками, блядь. Ашкюдишками поменялись? Я что-то не понимаю, что, как они реагируют, этот чат. Это у меня очень экспрессивно. А кто такая Алина? У меня вопрос. Кто такая Алина? Ну, вот весь чат в Алине. Это что-то... Ну, в смысле весь чат в Алине? Я не понял, ну блядь. Вот, Алина. Она меня уже... Да не обращай внимания, просто меня ревнует иногда. А. Да. Я же говорила о секс-символ. Да, угу. Это правда.
По нём девки там сохнут, капец. Это я не могу никого себе найти. Так что ты меня... А в чём проблема? А ты меня рассматриваешь как кандидат? Ну, ещё рано. Ты понимаешь, что девушки всегда выбирают? Хорошо, ты выбираешь парней? Девушки всегда выбирают. Нет, ну давай в твоём случае, да, с Алиной. В смысле, в моём... Не нахуй. В смысле, девушки? Я всегда, типа, блядь... Вот ты... Как ты выбираешь себе парня? Ну, я, во-первых, не выбираю, я... Это так... Любовь приходит, когда ее не ждешь. Да, вот это правда. Да, вот у меня это такое же бывает. Бывает. Вот это правда. Но не последние полгода, да, твой? Минимум. Не знаю. Или год. У меня просто слишком растерзанное сердце, типа. Я такой. Короче, он уже на опыте, знаешь, вот, ну, не доверяя девушкам, ему надо такая уверенная, знаешь, вот девушка, которая бы показала, вот сказала бы: слушай, ты мой, и все. Ты мой. Да. Это мне было? Да, конечно, тебе. У Камика за 400 сантиметров. Ну, это по факту, но никто еще не проверял. Последний раз у меня были отношения 2 или 3 месяца назад. 2 или 3 месяца назад? Ну, ты уже почти отошла, мне кажется. Да, уже отошла. Ты как называешь его? Парень или бывший? Бывший. Ну, какой он мне парень? Не, ну... Ну, у парней есть такая фигня, когда вот недавно расстался, даже месяц, вот типа девушка называют, то есть не бывшая. Вот когда парень переходит девушка на бывшая, угу. Это уже значит все. Ну да. Это как звоночек на самом деле. Это уже как звоночек, да. Ну вот, да. Знакомая ситуация. Или не будешь рассказывать? Да, я могу, в принципе, расстались, потому что, не знаю, потому что начали ссориться постоянно. А из-за чего? Ну типа... Из-за хуйни. А что ты в отношениях? А твои, ну ты понимаешь, вот смотри, вот, ну хорошо, твой, давай. Что ты в отношениях не любишь, типа? Не люблю. Ну да, ну типа, если ссориться, то должна же быть какая-то причина. Ну я могу или сказать, то... что я люблю уважение. Ну, это важно. Уважение, вот, типа, я не могу, например, я такого не понимаю, сказать, типа, своему парню, иди нахуй. Для меня это, типа, если я вот сказала парню, иди нахуй, то все. У меня также с девушкой, типа, я не использую скверные слова, типа. Вот. Ну вот, я же говорю, что нельзя так делать. А он так говорил? Да, говорил, я тоже говорила. У меня. Я когда встречался, я когда девушке так говорил, то она понимала, что все, типа, она действительно идет. Я снимаю штаны, она идет. Да, блядь, это точно. Это хорошо, да. Ну, типа. Но это нормальное уважение. Я тоже не люблю, когда, допустим, в отношениях мне там говорят, ты долбоёб, там, ты идиот, ты что, конченый? Я говорю, ты ещё, бля, пиздишь, а бля, слушай, ты базаришь, бля. Оль, а была какая-то люблю поддержка от парня тебе? Ну, то есть он понимал тебя? Вот ты понимаешь, что творческие личности могут, вот, ну, типа, делать то, что, возможно, не понравится их пассии, и это будет нормально, по той причине, что мы создаём какой-то такой импровизационный контент, ага. Какой-то, ну, творческий контент. Mm-hmm. Ты понимаешь, что вот люди, которые достигали высот, да, там, в плане фильмах и так далее и тому подобное, они тоже там в сценах целуются и так дальше. Вот как Лысый из Брадер. У него жена тоже порноактриса, ну как бы, да? Ну да, он понимает. И то он говорит, что мы занимаемся с ней сексом, даже после работы. То есть он понимает, что это работа, и они друг друга понимают. То есть... Да. То бишь парня порноактера ты бы не хотела себе? Не, я бы не хотела. Такая, прикинь, как он, я работал бы и опытный бы был. Ну ты бы могла понимать такого парня, который... Который трахается за... Бля, я не понимаю. Так, давай я... Почему на меня так нападают, блядь? Я что, блядь? Такое чувство, я не люблю чувствовать себя, типа, несвободным. Ребята, знаешь, я позвал Злова, успокойтесь. Ну, типа, потому что меня шиперят, а я не люблю, типа, этого. А с кем тебя уже шиперят? С Алиной. С Алиной? Ну, я так и поняла. Ребят, я его позвал, я не знаю, что вы бунтуете, что вы там этот, я его позвал, вот. Я не люблю, когда меня, типа, я ж пошутил насчет того, что он сказал, что... Не, ну я спокойный, ну, прикольные штучки. Я просто позвал девушку интересную. А ты куришь вообще? Да, но я вот уже бросила. Так мы тоже. Мы тоже, на полмиллиона забили рублей. В натуре? Да, втроем. А Джул, типа, не считается? Джул не считается. Ну надо все вот это... А, типа, то пасишки или? Не, да, я 2 дня не курил, я вот это взял, и меня так уебало. Ебать, я потерялся, нах. Да. Все, чат с Майликом? Ясно. А чё бунтуете, чат? Я чё-то не понял. Чё бунтуете? В натуре.
Чего они бунтуют, я не понимаю. Да забей хуй, это нормально, Такая девушка сидит, высокая. Вызывать... Сколько ты ростом? 175. 170? А ну вставай. А ну вставай. Все встают, блядь. Я сзади, а свой спереди. Бутербродик. Все, подожди, я... Все, за своим ничего не видно. Я ничего не вижу, что там происходит спереди. Все, я с кадра унес. Злой. Там за тобой так и ничего не видно. Не, она реально высокая. 175, ребят. Я 1.96 м. Я посерединке, вот вы. Я 1.96 м, вот. Блядь, подожди секунду. А ну, Лена, отойди. А как, бля, сейчас секундочку, чат. Ну, чтобы выше было. Ой, ты тоже вот эту штучку знаешь, да? Слушай, мы нормально смотримся, только ты мешаешь. Подожди. Ну ладно, я что. Ну я посерединке, да, вы высокие, вы выше меня все. Спортивная, блин, фигура, бля, дай боже. Да. Ты что, тверкать умеешь? Нет, не умею, я не буду тверкать. Хорошо, ну ладно, потом. Потом, да. Это дед развратник, бля, ёбаный. Ты тоже такой же, алло. Нет, я ни в коем случае не такой. Да. Так, подожди секунду. Только опусти её ниже чуть. Типа, вот почему, знаешь, почему чат вот негативит, бунтует вот это? Почему? Вот я тебе говорю, мы вот стримеры. Ой. Стримеры. Да. Стримеры должны вызывать у людей эмоции. Да. Разного типа характера. Типа, если есть хоть какой-то эффект, то уже... Значит, хоть какой-то негативный, позитивный. Да, ну, конечно. Не, лучше, конечно, позитивный, но негативный тоже присутствуется, да. А ты стримить не думала вообще начать? Я думала, честно говоря, но я... Ну, именно на Твиче, ты же знаешь, что такое Твич или Ютуб? Что ты вообще выбирала? Ну, я Ютубчик смотрела, но Твич я... Там много кого. Не, ну слушай, ну ты двигаешься, у тебя есть какая-то цель в этом или нет? Да, цель, я хочу стать рэпером. Хочешь стать рэпером? Да. Ну, блин, сейчас конечно, вот эта ниша очень рэперская. Сильно забита, согласен? Рэперская? В плане рэперская. Ну такое, но если ты хочешь стать рэпером, у тебя есть такие треки? Рэп? У тебя же только песни, типа, именно. Или какой ты рэп? Ну, именно, у меня есть рэп. Ну, типа, я сейчас вообще в разных направлениях, я сейчас пытаюсь понять, типа, что мне ближе. Типа, там, попса, рэпчик, типа... Про сук монеты будешь считать? Нет, не буду. У меня есть такой трек, но я не хочу про такое писать. А можно послушать? Где его можно послушать? В SoundCloud можно послушать. И типа там... А там про что? Ну, там про бренды. Типа, когда я только-только начинала, мне писали Fendi, треки... Фенди. Да. Gucci, да? Prada, Louis. На мне только Fendi худи. Да. Дин. Ой, шаришь? Конечно. Ты слушай, ты что по музыке слушаешь? Вообще Трэвис, все. Или я Узи. Люблю... Я фанатка инстасамки. Инстасамка, ты не шаришь? Ну ты не шаришь за инстасамку. А, все, понял. Так вчера пели, да? Да. Вчера пели. А мы вчера в караоке. Караоке, да. В караоке есть инстасамка? Ну нет, мы участвовали в караоке, и у нас друг пел инстасамку. Ну, дед не хотел бы показать, как. Как можно петь инстасамку, у меня вопрос. Ну так, типа, йоу, про что он там пел? Там, what the fuck, там. What the fuck, это Моргенштерн или Упал? Хорошо, инстасамка, а что? Я, сука, да, это факт, понял. А, все, да, все, понял, да. Ты спросишь, как делать став? Да. Став, нихуя себе. Не хочешь показать, как ты пел вчера, дед? Я? Да, похвастайся. Ну, где-то я, короче... Вадима... А есть видос? Не-не, а у меня... Бля, ну ладно. Ну, сука, ну это как... Думаешь, у Вадима или просто Twitch FM? Да, Вадима есть. Хорошо. Сука, фак. Дед сразу поплыл, блядь. Как вывести деда из равновесия на прямой трансляции? Показать его трек. Окей. Так. Последний. Где? Вот это вот, да. Мы вчера участвовали. Перемотай только, братан. Да, конечно. Это еще дальше. Это я. О, это ты. Это тоже ты. Бля, это я, да. Это я. А, это в стриме типа караоке? Да. О, даже такое. Дед, только есть? давай чуть дальше. Да. Я просто... О, пошло. Блядь, забыл. Нахуя, блядь? Ну я клавиатуру сейчас такую, блядь. Давай. Хорошо, следующий ты. Блядь, ебаный рот, я закрываю уши. А я не слышу никого. Короче, тут не попал. Ну я очень сильно это нервничал. Не попал.
Что вы ржете, бля? Вот тут заплелся, я никогда не заплетался. Я разнервничался. Ну я вижу в тебе своего конкурента. Ты так же поешь? Ну, ну чуть-чуть там отличается. Да, да, да. Ну это порядок. Короче, давай, давай теперь злого оценишься. Давай. О, это батл. Ого, ты шо? Куда? Сядь, присядь! А можешь громче? Да. Кто не слышал ничего? Сможет ему отказать, сердцем верно хранить, сердца ему любить. Чат, я и тут проиграл. Иначе. Ой, посмотри, как чат плачет. Это охуенно было, Зоя. Это офигенно было. Бля, ебать. Согласна. Нормально. Посмотри на неё. Реакция на свою же песню. Это твоя песня? Не, ну типа то, что мне нравится, как ты в роль вживаешься. Ты такой... Ну, сколько... Сколько лет стримов? Уже 5 лет. 5 лет. 5 лет стримов, да. Да, да. Просто бля, так... начало было хорошее, а потом я начал очень сильно орать. Ну я в шоке, конечно. Так. Но мне нравится. Где наш чатик? Кто чатик, вы где? Слушай, ну, даже сложно оценивать. Вы вот все такие разные. Не, ну там это, да. Что быть разным. Да. Сентябрь. Drop it up, MMS. MMS. Да, короче, я кучу раз бился, ребята. Я первый раз на такую аудиторию пел, на самом деле. Я всегда в себе и чувствую, что я нормально был. В себе это как в себе это в мысли в том, что ну, я чувствовал, что я как бы я это я. Mm-hmm. Вот. И, ну, когда иду в наушниках, да, вот я чувствую, что нормально все. А когда, ну, типа. Ну, я не знаю, не дали подготовиться, что ли, и чат, душа. Ну, да, там, подготовить да. Английский язык не дали. Ну, какой не дали? Ну, слушай, английский есть там язык. Зачитка жесткая, я там вообще не могу. Нет, там... если ты слушаешь песню, ну, я тоже такой, блядь, я сейчас так спою, а слово не знаю. Не, ну там, в принципе, легко, на самом деле. Ты имеешь в виду, что ты мог лучше? Что-что? Ты имеешь в виду, что ты мог лучше? Конечно, я там 3 раза не попадал, это вообще... Ты споешь для нас? Я спою. Давай если мы выберем попросите. Тебе песню. А давайте. Споешь. Давай. Давай. Только не у Лил Узи Венеции. Хорошо, какая песня? А я не знаю, что это такое. Что такое, а чтобы я знала? Только... Инстасамку? Ну не, инстасамку не вывезу. Инстасамка это такое. Это... Ну, например, а что? Ну что ты можешь? Давай. Давай. Можно посмотреть просто из топа того, что сейчас популярно, потому что я типа люблю. Я вот то, что сейчас популярно, люблю там позалипать, послушать. Не, давай. Чат, мама, давайте выберите. Я ляпаю полка. Давайте выберем. Осторожно там за предкой. Чат, что бы вы хотели, чтобы она спела? И в какой из микрофонов? О, кстати, пишите, я на заказик песенки могу. На заказ. На какой микрофон, ребят? РНБ клуб, Коржа, Кредо, Цой, нам. Какие есть микрофоны? Что? Микрофоны какие есть? Ты не поняла? Нет. Это то, что я подумала. Именно. Бля, видите, она не закрывается, она наоборот атакует. Она готова. Я атакую! Готова петь микрофон. Так, Лил Кристал, Оджи Буда Платин. Не, подожди, надо что-то такое. Цоя хотят, А4. Влад А4. Влад это бумага, а бумага это я.
Знаешь, бумага, да? Это... Ну, я слышала. Эй, я это типа ламба, не слушала. Это дели. Прикол в том, что я никогда в жизни не слушаю этот трек, но из-за того, что постоянно все его врубают, где-то на колонках, на улице, в ТикТоке, типа его уже выкупаю, типа чуть-чуть. Ну, у тебя же должна быть любимая песня, которую ты. Да, вот которую ты сейчас вот прям. Любимая песня? Это у тебя на аватарке. Да, это мальчик красивый. А вот же Будда? Нет. Лил Кристал, кто это? Я не выкупаю ваших R&B клуб, я не шарю, кто это. Ну, он оттуда. Или нет? Нет. Он из сериала Лайфа, да? Это твой краш? Это мой краш! Я не пишу вас психологию. Ну, покажи. Ну, не покажу. Ну, покажи. Я стесняюсь. Я стесняться. Ну, ну вот, смотри. Это мой краш. Ты мой краш. Это типа, это твой идеал? Ну, это не твой идеал? Мне нравятся густые брови. Ну, мне без разницы, какие брови. Главное, чтобы был краш. Как это понимать? Я бы мог бы стать твоим крашем? Ну, не знаю, возможно, со временем. Я не знаю, как это вообще работает, но это как сердечко прикажет, так и, да, так и работает. Я понял. То есть вам надо больше уединиться? Я могу, кстати, вам выделить квартиру. Да, можешь сейчас ебаться. Не, ну пока... Братишка, для тебя все что угодно. Для тебя что угодно. Не-не-не, я шучу, не надо, не надо. В смысле, не надо, не надо. Не, ну уходи отсюда. А, ну не надо, уходить не надо. Твич превратится в Бонда Камс. Так, чатик, короче, сейчас кидаю ссылку, переходим на Бонда Кам. Мы там продолжаем. А ты знаешь, что это? Ну, я догадываюсь. Ну, например, давай, что это? Ну, я не буду такое говорить вслух. Ты не вульгарный, да? Ты образованный. Почему? Я приличная. Почему? Девушка, вот почему ты не сквернословишь, а используешь нормальные слова? Почему, дед, блядь? Ну да, почему? Нет, ну, говори прямо, как думаешь, как знаешь. Это... Как я говорю? Ну, порнуха. Да. Ну, эротические движения. Ну, да, что да, там, да, что да, там, оно все рядышком, типа. Так общим словом. Будем. А? Петь будем, давай. Ну да, только не там. Не, ну там, типа там, это не площадка для пения. Там по-другому петь, да, можно. Там нужны хорошие горловые знания для исполнения высочайших треков с хорошим окончанием, блядь. Так, давай выберем песню. Я хочу, чтобы ты спела. Давайте выберем песню, только вот, ну вот, чатик выбирает. Чат, помогите мадемуазели исполнить для нас. Да, выбрать песню, какую-нибудь что-то из популярного, такое, чтобы... Нет, Бонга, это вот Камбо. Офигао, это... Это Оля, вот Инстаграм, это очень... Дора, Дора, сейчас, знаешь? Сейчас, я накидаю ссылочку. Ну, честно говоря, у неё... Чатик, это Оля. Дора, знаешь? Это Оля, творческая личность. Дора, токерша. Я не слежу. Покажи свой мне плейлист музыки. Плейлист, показываю. Ой, подписочки идут. У меня в плейлисте... Я не буду фотки голые смотреть. Ой, это сиська. Ну хорошо, так не смотри. Так, а что ж ты слушаешь? Зиверт? Что это? Это вообще не мой плейлист. Это популярное. Вот мой плейлист. Сейчас это вот мой плейлист. Это то, что я вот сейчас в последнее время слушаю. Ну, там ссылку дал нету, в чатик. Прямо ссылку дал в чатик и на инсту. Подпишитесь, ей будет очень приятно. А вот это споешь? Споешь? Спою. Слава Мерлоу. Да, спою. Да, серьезно? На погнали. Туре. Так, о, Оксимирона, давайте лучше Оксимирона зачитаю. Ты от же Буду тоже слушаешь. И Рокки это слушаешь. Оксимирон, какая песня? Ой, ты что, натуре? Не, ну так о, ты же выбираешь. Так только... А, ну давай... Не, Оксимирон, это жестко. Нет, это не интересно. Давай Слава Мерлоу. Давай вот это. Давай Слава. Слава Мерлоу, давай. Слава. Мы под плюсовку, да? Чубакабра. Мерлоу. А можно... А кто еще? Ну там, как песня называется? Ой, это там что, давай то шрифтовку. Снова я напеваю, да? Слава Мерлоу по глазам давай. Как по глазам? Второй как раз. Окей. А тебе текст нужен? А есть, а не, есть не этот... Тебе не нужен текст? Не, не нужен, мне Слава Мерлоу. Слава Мерлоу, караоке. А ну давай. Ого, ты что? Да. Это под пианино? Нет, пианино это жестко, ниже. По вот глазам караоке, да. Текст песни. Давай. Угу. Давай. Мне, кстати, сравнивали, что мой голос похож на вот это его. Только без плюса, слышишь, блядь, Йосип, скрути. А, да? Скрути, блин. Так это плюс, блядь, пиздец, я включил вообще-то это. Не-не. Вот инструментал. Вот это? Да. Походу. Но без текста будет. Ден, дай руки, дай в руки. А, что? Что ты хочешь мне сказать? Все вижу по глазам. Что ты хочешь мне сказать? Надо светом руку жарить. Да, надо. Тебе знать. А ты меня
и мы друг друга. Под ногами ляем, и в сердце ляет. Под ногами лёд, я не помню, кто я. Душит мороз, я так орала. Не, надо, надо, если этот славу, то минус два. Что минус два? Я читаю по губам, мне нечего сказать. Та-ра-ра-ра-ра. А-а-а, я не вижу смысла врать. Некрасиво поет. Не хватит слов, что я сказал. Тебе неловко, да? Неловко немного? Под ногами, ну чуть-чуть, потому что... Потому что два мужика, блядь, за тобой нахуй. И чат, да, и чат. А что там в чате, кстати, не видела? Чатик. Так, ладно, ребят, ну ей чуть-чуть неловко. Чуть-чуть. И неловко, нам надо просто раздеться, чтобы все чувствовали себя комфортно. Все, да. Если разденетесь, тогда ладно. Ну, можно устроить, давай, ты просто сестре. Ты хочешь петь в два микрофона сразу? Ага. А, добрее. Суть ему заманула. Она хочет просто два микрофона сразу петь. Не, нормально, нормально. Так, не, нормально. Двигай меня. Двигай тебя? Да, двигай меня. Я люблю сверху только двигать. Ой, ты так близко меня подвинул? Я сейчас тебя отодвину. У меня такой язык красный. Дед, а где твои кенты, блядь? Какие? Я все... Чат, вот. Блин, ну почему меня называют шлюха? Я да не понимаю. Не, забей, всех так называют, забей. А это в чем прикол девочка... вообще не, называют смотри, девочек я шлюхами? Тебе, сказать, в чем прикол? Да. Ну, смотри, они первый это пишут, чтобы ты на это реагировала да. и возмущалась. Да, да. Мне ж похуй. А им, они тоже нужно вызвать у тебя эмоции. Да. Они думают. Понимаешь? Вот что-то ты прочитала их, обратила внимание, там да. еще что-то, вот да, видишь? Выделила ему. Ну я не реагирую на такое. Ну ты только что среагировала. Ты знаешь себе цель. Ну, я просто не понимаю, ты... почему, типа. Мне просто интересно, с какой целью люди это говорят вообще. Типа. Ну, с какой целью, чтобы задеть? Да, да. Ты понимаешь, стримером, ну, ты думаешь, ты запустишь стрим, и все такие, ух, ебать, принцесса пришла. Как твой день? А что ты кушала? Чем ты писала сегодня? Ну, как бы я и есть принцесса. Я понимаю, но им похуй. Ну они ладно. Пишут, алё, шлюха, привет, я тут, а я тот мужик, эй, паскуда, да, и всё, ты обращаешь внимание. И всё, да. И ты такая, почему ты меня называешь так? И всё, один подхватывает, второй подхватывает, да, и начинается. Я поняла, это цепная реакция. Да, но это вот в чём, так сказать, вот на большую аудиторию, это уже получается, ну, типа, опыт. Я то есть поняла. Мы созвым, вот вообще, типа, кто там, ну, никто, если кто-то назовет, нам пофиг, да. Mm-hmm. И та так же сама должна реагировать, понимаешь? Mm-hmm, да. Здоров, Сыч. А легко уже оскорбить, называть чем-то хуй, а вот слабо, блядь, написать что-то красивое, блядь. Красивые слова. Да. Не хватит, блядь, не хватит слов в голове, чтобы написать, потому что уебище легко написать, а написать что-то красивое, блядь, не у всех хватит смелости. Угу. Да. Не байте. Пошел нахуй, говорят. Слоу. Слоу, да. Слоу. Да каких бабок, блядь. А если бы ты хотела стримить, что бы ты стримила? Да. Я бы, наверное, стримила, ну, либо просто какие-то прикольчики гнала, либо под гитарку что-то играла. Как мы говорим. Как Тендерлибай. Ты мы вчера сидели. Да, с ней, я знаю. В смысле, вы с ней сидели? Ну, мы знаем. Ну, так она ж страшки вообще-то. И что? А в Дискорд? Ну, вон Дискорд. Что такое Дискорд? Это голосовая связь, где мы когда все сидим, общаемся. Она вчера пела тоже, кстати. Ну, я вчера. Где там она? Вот она тут справа. Вот. А, вот. Мы сидели, общались. Ой, прикольно. Сидели, общались. Ну, мы стримеры, типа, ну, когда-то на Твиче было такое, что... Каждый не, сам. Не каждый сам был, не все, типа, там, тусили, а мы тут... Да. Тут Тендер Либое к нам в гости заходит, он может Егор Крид зайти так в КС поиграть, еще прикольно. Что-то прикольное. Ну типа все дружим, все друг друга целуем губы. Ну, кто у нас губы целовать? Ну а что мне с этого будет? Давайте с этого начнем. Эмоции, да. Да нет, так он пошутил. Это я, он пошутил! Насчет губ? Не, насчет губ на самом деле можно попробовать. А деда вижу. А в чем прикол? Какой итог будет? Ну мы обменимся так аудиторию, поцелуем губы, типа. Да. Если мы тут двое. Ты меня целуешь, ты мне аудиторию передаешь. Там я точно шлюха будет передаю. Называть дальше, я ебала. Нет.
Правильно, правильно, чат, она не ведется. Мы можем вот тебе там поцеловаться, и на нас начнут много фоловиться, потому что мы обменялись аудиторией. Я сомневаюсь, что так будет, конечно. В смысле, так и будет, алло. Алло, алло. А где ты про коллабы не рассказывал? Нет. Да. Так вот, нет, какой не рассказывал? Я тебе писал. Шо я тебе как? Писал. Шо коллаборировать. Ну, у него есть коллаборационный станок. Не, у меня не кровать. Вот называют кровать. Я это говорю, коллаборационный это... станок. Да, это коллаборационная, да. Не, не, это не ко мне, ребята, это не ко мне. Да, я выкупаю. Сабмод старый. Оля, вас... О, Сари, 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 привет! А ты знаешь, что это? Да, это мои кинты заходят. О, круто. А ты до этого на Твиче уже была, значит? Нет, это с инсты. А, с инсты? Да. Неплохо, бля. Не, она не из Гомеля. Ты же киевская, да? Да, киевская. И киевская прописка есть, да? Да. А у меня нет. Почему, откуда ты? Я из деревни. Ну, поднялся. Киевская, подожди, злой, что ты спросил? Киевская прописка? Киевская прописка? Киевская прописка. Здорово, Диана. Я просто хочу на метро бесплатно ездить. Так мы думаем, слышишь, Диана, ты не хочешь тоже прийти? Да. Мы просто, ну, типа, Оля может устать на самом деле. Я не устаю вообще. Ты точно не устаешь? Я не устаю. Диана, ну все равно тебя ждем. Меня хватит, короче, на нее и на тебя, и, бля, еще на зло. Я ревную. Я начала ревновать уже. Да? Да. Типа, с другой стороны. Ты хочешь, чтобы все внимание было только на тебе? А ты понимаешь, что 21 век, ну хочется все попробовать. Ну, типа, с двумя девушками там, двумя мальчиками. Ну, это дело такое. Ну, если что, с двумя, чтобы я была. А, ну да. Я все внимание на себя заберу. Да? А ты сможешь? А если она? Ну, я могу попробовать. Ну, это будет сложно против Дианы. Кто такая Диана? Это тоже наша подруга, стримерская движуха вся. Ну, мы типа стримеры. Если ты видишь кого-то с галочкой, то мы его знаем. Да. Ну, я пока никого не видела. Оль, чекни инст. Я Оль, чекну не потом. Не, потом, потом, ребят. Давайте потом инста будем чекать. По той причине, что сейчас не самое время. Будем отвлекаться, да. Сейчас все... Я зарядку поставлю. На секунду, да, на секунду в телефон залипаю, и все. Это минус 30 минут. Мне тоже надо посмотреть кое-что интересное. Я хочу посмотреть, подписалась ли ты на меня? Нет, пока нет. Нет. Я подпишусь потом, честно. Да? Да. Написать будешь мне? Ну, посмотрим. Ты первая не пишешь, да? Не, я пишу первую, у меня нет гордости такой. Да, донаты работают. У тебя нет гордости? Ну, пишешь, если ты хочешь, ты напишешь, да? Да, я не выебываюсь, если я хочу, то я пишу. Вот это мне больше нравится. Что я, ну, типа, когда ну, то, девушка... что я не выебываюсь, я пишу, типа, первое, если я хочу. Да, я могу заебывать, типа, какого хуя ты меня там игноришь, какого хуя ты не выходишь, ну, типа. Она такая жесткая, да? Я такая. Я просто не люблю, когда, типа, он не пишет, я тоже писать не могу. А я хочешь, напиши, не хочешь. Хули ты яйца морочишь, блядь. Ну так да, такого могут подумать, они напишут, ты хули. Ну да, мне так многие и не пишут просто. Просто я никому не пишу, иногда мне лень. Ну как лень, я могу забыть. У меня память хуёва. Диана уже написала. Диана уже написала, что едет. А, едет? Предоплату только скинь, говорит, и приедет. А, предоплату. Рис, красава. Рис, я не видел, что ты написала, там можешь повторить. Только подойди к этому микрофону, пожалуйста. Это тоже шутка, но она должна понимать, это шутка. Конечно, рис неуязвима. Окей, покажи мне ту подругу, которая отшила камика, дабы не дала тебя поцеловать. Хорошо языком работаешь. Да. Какая подруга? Ну, помнишь, дед хотел тебя поцеловать на стриме, а твоя подруга не дала поцеловать. А, да. А покажи мне. А слушай, я подумал, это твоя девушка, вот без дров. Нет, это моя лучшая подружка. Да? Да. А чего она так отреагировала? Ну, по фану, не знаю. Ну, чтобы не я поцеловал, а звонил. Не, просто, типа, у меня реакция замедленная, типа, ты меня чмокнула, я такая, типа, не выкупила, в чем прикол, такая, а, ну ладно, типа, ну, окей. Ну ладно, упаковаемся. Да, она, типа, за... Не, ну, типа, чмокнула, да, типа, ну, у меня просто реакция замедленная, типа, я долго реагирую, там, если ты меня там кошками наклоняешь. Она сразу, типа, хотела деду, да? А у нее реакция сразу, типа, она такая, типа... Ну, с ней комфортно, она не залетит. Да, да, мне, да, если да. Надо. Она прям меня так жестко стопнула. Она, знаешь, Картман тоже увидел, что она была не против. Ну, ты типа, даже не отошла, ничего, ты как бы ожидала. Такой ну, красивый да. парень, да? Вот это ты подумала, да? Часто к тебе приходят знакомиться на улице? Кстати, да. Да, часто. Да? Да. А как ты отшиваешь обычно? А что вот прям, ну, как это они делают? Я просто столько на Крещатике этот, я пикап-пастер вообще. Ой, ну недавно такие, типа, стендаперы подходят, типа, начинают мне конкурсы устраивать, типа, говорят, а ты бы хотела, ну, я, типа, говорят, я знаю, ты бы сейчас хотела угостить, типа, парня чаем, типа, пошли угостишь меня чаем.
Я такая... Что? Пойдешь, угостишь меня чаем? То есть он говорит, чтобы ты за него платила, типа, да? Ну да, с таким намеком, типа, я такая, шла, мечтала угостить тебе чаем, ебать. Нифига себе. Ну, часто такие, ну, ко мне нормальные пацаны не подходят на улице, я считаю, потому что нормальные... Ну, хорошо, а мы нормальные были? Ну, честно, когда вы первый раз подошли, я подумала, типа, блядь, что за додиксы, типа, что они от меня хотят вообще, типа, у меня настроение еще было такое херовое, типа, да, я стою, типа, что вы ко мне хотите, а мне вообще похер, я стою. Смотри, ну, смотри, как работает, короче, я тебе пару комплиментов кину, она так заулыбалась, я говорю, о, ямочка, что я делаю, когда ямочка, типа, ямочку целую, я, короче, я такой, типа, говорю, ты доверяешь мне, а буквально, Жой, это было 15 секунд знакомства, я говорю, сука, как он вставляет эти словечки. И, короче, я говорю, ты мне доверяешь? Она такая, да, да. И подруга стоит, такой, раз, блядь. И она такая, прям жестко, да. Да, нами защищают просто. Да, а от чего защищают? Знаешь, почему она тебя защищает? Потому что к тебе подошли знакомиться, Ник. Да, кстати, да. И она типа, отъебитесь от него, от нее отъебитесь. Ну, чаще если бы он подошел познакомиться к ней, она покажи мне ее инстаграм. Зачем? Ну, просто, просто увидеть нежность, мне интересно. Ну, типа, я просто такая, что мне похер, типа, если ко мне кто-то подойдет, типа, я... Это так работает, типа... У меня нету бомбежа какого-то. Злого инсту. А к ней кто-то подходит знакомиться? Да, Оле и мою. Ты так же реагируешь? Нет. Пиши мой донат, братишка. Ну, это ж, ну, типа, это не мое дело. Она тоже, кстати, поет, типа, ну, вот. Ой, у нее такая бровки такие. Бровки, да-да, я видел, куда ты смотрел. Ну вот, подружка моя. Ну, ты выкупил, да? Так, донаты, ты на донат пейт донатил, наверное? Она симпатичная, но, типа, ты посимпатичнее. А, ты на донейшн алерс. Ну, донейшн алерс не отображает. Я знаю, ее подруга, тебе сложно это говорить, но я говорю со стороны. Я вообще ничего не говорю, она мой лучший котик в мире, типа, я очень благодарна вообще жизни, что я с ней познакомилась, потому что... Она смотрит стрим? Я не знаю, честно. Она сейчас вообще гуляет с пацаном, как бы... Есть парень? Ну, возможно, будет, я не знаю. Возможно, будет? Ну, сегодняшний день... Так она решает, будет. Она решает, будет у меня парень. Она решает? А он нихуя не решает? Он нихуя не решает. Так я тебе говорю, Жой, сразу, девушки всегда решают. Это, да, это она бетон. Решает. Как ты относишься к настойчивости, вот настойчивых парням? Ну, такие, что если они решат, а ты нет, то ты все равно будешь. Хорошо, если такие пацаны, ты типа делаешь вид с ними, что ты нихуя не решаешь. А если такие пацаны, что ты им говоришь, иди нахуй. А они думают, похуй, типа, еще. Вот такое не надо делать. А еще раз повтори, пожалуйста. Ну, смотри, типа, есть... Тебя перебили? Да. Есть такие пацаны, типа, они как бы берут все в свои руки. И ты как бы вот так вот такая, типа так вот морозишься тихонечко так, знаешь, по приколу, типа, в шуточку. И они потом тебя добиваются, и все хорошо. А есть такие, которым ты прямо говоришь, иди вот туда. Вон дверь, вон нахуй. А тебе какие больше импонируют? Те, которые добиваются. Ну, который добьется, блин, ну, а ты не боишься, что да. добьется и все? А что нужно парню иметь, чтобы быть в твоем расположении, распоряжении? Ну, типа, тебе понравится. Общение решает. Если мне с ним комфортно общаться, может быть, типа, охуенный пацан, красивый, симпатичный. Ну, я, типа, раньше, ну, велась на внешку, ну, раньше, чуть раньше, когда, типа, помладше чуть-чуть была. Год назад, да? Год назад. Да, даже год назад, типа, я велась на внешку. Сейчас я не ведусь на внешку, потому что внешка не решает. Тебе комфортно с нами? Да, мне с вами комфортно. Так она вообще... Вопрос закрыт. Посмотри. Вопрос закрыт. Вот я на самом деле, я вообще в шоке, короче, как она быстро включилась. Вот есть у нее, знаешь, что-то творческое, потому что она пришла и села, вот не то, что как у себя дома, она понимает, что это, ну, приблизительно понимает, что это за движуха. Вот вчера стрим посмотрела мой, поснайпала, короче, и пришла. Говорю, ребят, это первое знакомство, так. Да, кстати, в натуре первое знакомство. А я не знаю, что ты там написал, твой донат не пришел. Очередной. Дружила она с тобой, встречалась ли 9 месяцев. Филси флэг, блядь, что ты гонишь, пиздец. Все сдают. Кто это там? Филси флэг? Это мой бывший. Твой бывший? Да, пиздец. Серьезно? Он смотрит стрим? Да. А что он написал? Ну, походу, смотрит, только расстались. Вы только расстались, да? И полетела ебаться к двум типам. Иди нахуй. Это она такое... Подожди, не реагируй. Конечно, блядь, конечно, полетела, блядь. Давай, блядь, давай приводи свою аудиторию. Сейчас, блядь, ебать такую грязь, там по ногам пойдем, блядь, разъебем там все нахуй, блядь. Ты не реагируй, блядь.
Ты не депайся, ты атакуй, блядь. Почему сразу ебаться? А чё ебаться? Слушай, чел, мы не такие, блядь, и хреновые на самом деле. А что, мы хреновые пассии, блядь? Чтобы так, я вообще-то хотел сказать то, что мы, типа, первый день не ебём, как минимум. Блядь, вы что, ахахах. Да не, я имел в виду то, что нет, типа слишком жестко, типа так писать, ну для. Да, чел. Мы слушай, тоже люди, как минимум. Когда ты расстался, слушай, значит что-то было не так, поверь. А если, ну кто инициатор? А если она сейчас здесь, то точно что-то было не так. Да, да, да. То есть она открыта к новым знакомствам. Я вижу, очень открытая девушка и просто позвал как интересную личность. Говорю, вы посмотрите ее сторисы. Там всегда вот какой-то позитив. Она так на позитиве. Ну чекните инсту, пельмешка, проспам инсту. И, ребят, подпишитесь, ей будет очень приятно. Она реально, вот, знаете, творческий человек, видно в ней, видно нотки. И она правильно идет в этом направлении. Молодец, молодец. Спасибо. Серьезно. Серьезно. Спасибо. Очень приятно познакомиться, я думаю, не в последний раз. Вот. Надеюсь. Она кивнула, последний. Да, конечно. Надеюсь, не последний? Не последний, я думаю. А что последний? Ну, охуенно ж проходится. Да, все супер. Блядь, что ты там думаешь, блядь? Я вообще ничего плохого не думаю. Не, в последний раз, блин, ты слушай, если этот, блядь, можно еще, я не знаю, я тебя просто не веду. Но можно что-то кринжовое там заснять. Согласен, на кровати фильм посмотреть. На кровати, конечно. Какой нахуй на кровати? Там ровно. Он ровный. Ты шутки вообще не понимаешь, да? Да. Да не, она чувствует дискомфорт, потому что в чате бывший. Кто-то, да. Бля, бывший на то и бывший стоит. Злой, Рис сказала, поехала бы в деревню. Да, мы прочитали, братик. Рис сказала, поехала бы. Но типа из-за карантина не хочет на автобусе или блаблакаре ехать топ-контент. А нахуй мне дед в деревне, блядь, если мне там уже только Рис, блядь. Ну типа зачем мне дед в деревне? Типа, не, ничего в обидном этом нет, но типа, блядь. Не, ну я понял тебя, да, типа, да, да. Он хотел девчонку позвать. Да не в том плане, что я там трахать ее должен был. Просто типа, ну я хотел к родителям просто контента позаписывать, провести ну, время да, и уехать. Как они реагируют на твоих кто? Девушек там? Мои так родители? А слушай, а если бы ты приехал, ты бы сказал родителям, что ты приехал? Я сказал бы, что это моя подруга. А, подруга. Ну я не вру родителям никогда. А, ну еще, правильно, блядь. Нет, так ты вообще никогда не ври. Это вообще ты... Не, я когда... Слышишь. У меня мамка классная в том в плане, что... Я видел! Когда... Да нахуй надо твоих драконов, блядь, не вышла, блядь. Прикол в том, что когда я жил в деревне, и иногда ко мне приходили девчонки, там, гости, переночевать. Мамка такая, о, привет! Она так, типа, классно общалась, что им было комфортно, и они, типа, все нормально было. И мамка никогда вопросов не задавала лишних, типа, о, это твоя... Новая девчонка или... Это какая из уже сюда пришла? Так и прямо говорит? Нет, так не говорила никогда. Ну а раз мамка напугала так девчонку, что она больше со мной не общалась. Серьезно. Короче, ты я... Ты маме фидбэк дал потом? Да, я говорил, что не делай так. Мамка немножко под градусом была, а я начинал отношения... Ну как начинал отношения? Ну типа я гулял с девчонкой просто... В 2017 или 2016 году я ее привожу домой, она очень тихая и спокойная. Она не говорит ни слова, она немая. Девушка? Да, она просто два слова скажет за час. Злой, вот откуда у тебя ля распальцовки пошли, короче. Ты решил тебя общаться с ней и перешел в Наруто, ребят. Где ты такой? Так, слушай, она просто она тихая была, но ну, не везде тихая, назовем так, но не суть. Я ее привожу второй раз. И что? И мамка залетает и такая, о, привет, что за красивая мадмуазель, типа, ебать ты красавица, тыры-пыры. Нагрузила так, может кушать, может то, типа, так проходите наверх, вы там наверх, да, там, типа, ну ладно, идите там, тыры-пыры. Стоит вот такие глаза, блядь. Она ей отвечает, она ей отвечает. Так, осуждаем. Это все. Ей со мной было не очень комфортно общаться, потому что я много говорил. Я всегда, я раньше, знаешь, как я общался? Если человек мало общается, я говорю, ну скажи что-то, ну я еще давил. Ты еще давил, да? Да, и чел вообще нихуя не понял. Чел? Да подожди, там девушка была или чел? Я давил типа на нее. А мамка нахуя, все, она побелела, все, я ее наверх отвел, она вообще там нихуя не сказала, мы посмотрели кино без всякой глупости, и она ушла, и она больше мне не отписывала. И потом только через 2 года я ей написал, или через 3. А она что тебе ответила?
Она нихуя, она очень скрытная, она очень скрытная, таких людей вообще не заметил. Ну, чтобы ты понимала, когда мы расстались, я ее больше ни разу в жизни не видел. Хотя мы из деревни, маленькая деревня. Ну, нахуя еще раз ее видеть? Много, повторить грязюку. Какую грязюку? Так она же скрытная была. Ну, вы кино до конца досмотрели, какая грязюка. Ты шаришь, вижу, да? Это на тебя проверка просто была, такая история, что ты ответишь. Ты ее проходишь. Прохожу. Что, дед? Да. Дед, это я должен сидеть молчать, а не... Не-не, я не сижу, ты дорассказывай историю. Я этот, мы потом начали с ней встречаться. Уборно, да, проведи меня. Мы потом начали встречаться с ней. Носик попудрю. Я вернусь, и носик попудрю, вернусь. Так, мы тут пока расстелим. Мы пока расстелим тут. Что ты ржешь? Да не, нормально, блядь, ну типа нихуя она держится. Блядь, да, ну блядь. Вообще, я тебе говорю, блядь, там, блин, ну видно сразу творчество. Вы, блядь, в чате не можете хуйню не писать хоть раз, блядь, просто нормально общаться. Человек первый раз на стрим пришел, не понимает вообще нихуя вы хуйню пишете. Нормально, пишите, блядь, делаем же грязюку для вас, веселье делаем вам. Вы чекните... Посмеяться, блядь, контент, блядь, вы нахуй хуйню пишите. Не пишите, пожалуйста, блядь, да. Некомфортно человеку вообще. Кто там тильтует, злой, ты, блядь, мужик или нет, блядь, поставь бабу на место, блядь, что за хуйня? Какую, вот, а? Что поставить? Блин, я вообще в своей тарелке, нахуй. Не. Я вообще очень... То, что в начале этот был, понял? А про Алину, то, что они, ну, типа, блядь, шиперят? Ну, за фигня, блядь, что ты... Ну, я говорю, что не надо шиперить преждевременно. Это... Ребят, хватит. Ну, типа, Алина в тильте. Мы просто делаем контент. Позвали интересную личность. Послушайте, ребята, меня. Она первый раз послушайте на стриме. Послушайте меня один прекрасный раз. Я холостой, свободный мужчина. Я могу делать все, что хочу и все, что угодно. Я не обязан в отношениях. Буду я в отношениях, я вообще на такие стримы приходить не буду, блядь. Или буду сидеть молчать. Я свободный, я холостой. Я могу делать все, что захочу. Понимаете, мне похую. Запомните это раз на всю жизнь. И если вы мне пишете «ты уебище», вы себе это напишите, блядь, а потом подумайте, что вы пишете, потому что я свободный. Я могу делать все, что захочу. Понятно? Вот ауф. Все. Я могу общаться с кем хочу, гулять с кем хочу, да даже трахаться могу с кем хочу, блядь, не похуй. Ну типа, блядь. Ну не хочет он на отношений там или еще что-то. Он говорил кучу раз на стриме или этот... Что, за что душил его? Напали, блядь. Напали, блин. Да. А девочка, говорю, хорошая. Тогда мы с ней познакомились, я что-то, не знаю, ну, типа, решил на стриме ее позвать. Видите, она и держится хорошо, и буллинга не боится, все отлично. Да не альфач, просто. Да типа, при чем, блядь, тут ЧСВ? Я просто хочу вам показать. Я хочу быть свободным. Я не хочу быть обязанным никому. Он просто чувствует себя комфортнее сейчас один. Сейчас. Вот. Дядя, если у тебя не получится сегодня, то ничего страшного, типа можешь постримить, но потом на next раз перенесем, я вижу, ты спишь. И. Ну, короче, ты понял, блядь. Я не обижаюсь, если что, блядь. Я тут просто тоже уже на стриме. Так что все нормально, братан. Так, у меня сегодня стрима не будет, скорее всего. Хорошо. Блядь. С камиком комфортно, блядь, а мы вообще нахуй здесь. А надо, блядь, под кофту одевать футболку. Ну, майку. А зачем? Ну, типа, не, ну я тоже не одеваю. Я тоже не одеваю. Я просто не одеваю. Мы сожрём, конечно, блядь. Конечно, сейчас. Мы себя охуенно чувствуем, да, блядь, дядь. Да. И сейчас вот её, вот это. Да, капоправит, и чё, блядь. Конечно, трахнемся, ебать, ребят. Коллаборационная машина готова, блядь. Бельё поменяно, всё отлично, блядь. Сейчас завезём вам эту херню. Покурил. Покурил. Так. А вот и я. Выбирай. Подожди, ты должна была отсюда. Мы и как планировали? Договор, подожди. Постановка. Вот отсюда. Да. Выбирай, на какой стул сесть. Я сажусь на это. Окей, садись. Я сажусь одна. Трахни деда. Не, это звонок писали. Так. Ну что, тебе пишут всякие друзья твои, что типа, о, ты на стриме? Ну да, пишут некоторые. Ну это, скорее всего, ну типа, кто-то радуется, кто-то наоборот зависть ловит. Хейтеры, ну, скорее всего... сосать. Да нет, ну хейтеры это такое, это типа нормально, говорю, реагируешь на это, они типа один подхватывает, второй, третий я и все. Я и девочку до слез выводят вообще. Не, меня до слез не довести, типа хейтерс, у меня самооценка очень высокая. Угу. Он бывший твой задонатил, кстати, 50 рублей. А что, выше больше 50 рублей нет? Так.
Что за девушка спрашивает? Ну, это я. Это Оля. Чекните инсту, ребят. Творческая личность, говорю. Вот очень интересно. Я как говорю, когда мы были на IRL стрима, вы, возможно, ее видели секунд 15, ну и плюс в нарезках, вот, которые на Ютубе. И все, да. Ну, лично я не буду. Чекните, очень позитивная, хорошая девочка. Да, я хорошая девочка, подписывайтесь, я ничего плохого не скажу вам. Ей 18 лет. Да, и открыто к отношениям, да, я так понимаю? Нет, я не открыта к отношениям, мне отношения нахуй не нужны. Не нужны, ну так, типа, по-дружески. Ну, дружить я могу с ребятами, но отношения не нужны, зачем? Ребятам? С ребятами. А, ребята. Ребятами. Ребята? Нет, с ребятами я дружить не хочу у вас. Почему? Нахуя мне ебать? А с вами хочешь дружить? С вами, ну так вы же не ребята. Не, я мужчина. А, хорошо, ты с мужиками. Я мужчина. Не, ну ебята, ебята. Ебята, на то они ебята, чтобы с ними не дружить. Тебе не нравятся, да, такие? Ты говоришь ебята? Ну это он сказал ебята. Я просто переспросил, а ты зацикливаешься. Не, я за ребят хороших. Ровно. Какие тебе парни нравятся? Хорошие нравятся. Кого бы ты выбрала, меня или Злова? Ну вот прям с ну, нет, это твоя хата, тебя обижать не стоит. Не-не. Пусть просто, не, ну ты так вот чисто. Я за то, чтобы дружить. Выбирать никого не буду, потому что... Хорошие позиции. Хорошие позиции. Да, типа. Если я между девушек сидел, вот так же, я не сказали, кого ты выберешь мне? Я говорю, ну, девчонки, мы можем вдвоем дружить, как бы. Проводить время. Сначала у тебя, потом у тебя, да. Да. Ты неловкое положение ставишь. Да. Не то чтобы типа на стуле, ну вообще в целом. Да, я понимаю. Нет, так она, смотри, она не закрывается, не дефается. Она не дефается, она наоборот. Она даже не знает, что такое слово дефаться, блядь. А ты не знаешь, что такое дефаться. Защищается, в смысле. Я не защищалась. Не защищает, говорю, ты смеешься наоборот, и вот и твоя защита. Получается, дружить мы уже двое в френд-зоне, да? Френд-зона. Да, friend получается zone, так? Да. Не, мы в френд-зоне? Ты слушаешь, не, ну, не повесть. Я... Подожди, ты сказала, не, ну, что любишь не... вот так вот, правильно? Правильно. Так вот. Вот. А, с этого я могу предположить, что чуть-чуть тебя подпушить. Ну, он подпушить это типа пиздить. Не. Осуждаю. Ну, тем более, осуждаю. Подпушить это в плане, ну блин, ты давай там кофе выпьем и так далее. Нет, тебе нет. Нужен определенный подход. Возможно, у тебя рано еще не залечилось. У меня есть определенный подход, я снизу начинаю всегда. Языком, он хорошо, язык. Не, ну не надо уточнять, не надо уточнять. У него острый язык, посмотри. Я знаю. Это только на диалоге острый. Ну тем более. Дед, блядь, ебать ты меня раком ставишь, пиздец. А чего, дед? Нормально. Окей, ну типа... Как выйти из френд-зоны в твоем случае? Если ты завела парня в френд-зону, что делать? Ну, никак. Во всяком случае, сейчас, типа, я не хочу ни с кем вот из вас даже. Я тебе никого... комфортно сейчас вот на стриме? Не, ну мы тоже да? Как-то отношения не хотим. Да. Ну, просто, типа, выкупаете, я с кем-то там с тобой буду встречаться, и потом мы посремся, и что дальше? Ну, и не будем. И потом мы сидим, ну вот, будем либо мы не будем, либо вы... Ну, нет, типа, ну мы на стриме сидим, и, типа, я с кем-то одним из вас такая, типа... Ну что сказать, я стесняюсь, типа. Ладно, в личку напишешь мне, типа. Ну, после стрима. После стрима. Вы видели чат? Клипаните, короче. Что, рука просто, блядь, ну просто... Да! Блядь, два квадрата, сука, в землянке стримим, блядь. Ну согласен, согласен. Когда Вадим съезжает уже? Съезжаться? Съезжает. Я хочу в его хату приехать. Кто? Вадим? Да. Это я не знаю, это еще инфы нету о такой. Мы пока ничего не знаем. Ну это можно было говорить, но мы пока ничего не знаем. Ну ладно, окей, я его спрошу. Чтобы он не сдавал квартиру. Так вот, как выйти из френдзоны? Ну окей. Никак не выйти из френдзоны. Все, да? Разве что там много через... у тебя парней в френдзоне? Ну много. Ну а как же добиваются тебя вообще в целом? Ну если я сразу прям залипну, типа на чувака смотрю, типа... Как на меня, допустим, да? Ну ты подожди, ты хорошо, ты по внешке выбираешь или там какие-то качества? Нет, не по внешке. Нет, я выбираю по общению. Если вот я общаюсь с человеком, типа, и он охуенный, типа, вообще не важно, внешка, на внешку не иду сейчас. Типа, если вот по общению меня цепляют, типа, я хочу вот ответить, хочу, ну, так, хочу рассказать, как прошел мой день. Это все. Хорошо, типа. Ну ты нас увидела и услышала только на стриме. Ну ты же, ты понимаешь, вот смотри, вот стрим включается, вот как Зволь, так и я. Вот у нас, будто, вот я замечаю за многими стримерами, у них вот так вот щелчок.
И ты включаешься. У меня тембр голоса, вот посмотришь, я вырублю стрим, у меня минус 2 дБ упадет. Слушай, сразу минус 2 дБ. Когда он вырубит стрим, сразу поедем ко мне, потому что он начинает сразу раздеваться. Наголо. Он всегда так делает. У меня просто дома никто не раздевается сначала, так что все нормально будет. Сначала, ты понимаешь? Ключевое слово, сначала. Нет, никто не раздевается, все нормально. Просто когда стримим, типа, такой, знаешь, типа вайб начинается. Кайф, как будто ты под чем-то. А знаешь, под чем я? Под ребятами. Под чем ты, под ребятами? Да. Ну я вижу, ты хорошо уже расположилась. Тебе нравится это кресло? Да, хорошее, удобное. На, твой будешь? Пепси? Ну я же, я творог Пепси утром кушал, я в зале занимаюсь. А, я понял. А ты мне тоже принес, да? Да, конечно. Конечно. Надо было, я что-то забыл, мы просто спешили на самом деле на стрим. Я думал, ты в половину приедешь и заказали бы что-то. Далеко же еще отсюда? Я 10 минут позже приехала, она была не жива. Все, можно дальше не говорить адрес, потому что найдут. Тебя быстро находят. Подожди, у меня какой-то вопрос был к ней интересный. Может, ты у нас что-то хочешь спросить? Потому что все, мы и мы. Ну, это мы со временем посмотрим, я что-то спрошу. Не, ну, может... Ну, так сразу, типа... Я тебе скажу сразу, спрашиваю с Лохову, можешь поинтересоваться. Ты можешь напрямую, ты можешь спрашивать, да, мы же на стриме, мы можем пообщаться. Спроси у него. Типа, там, ты хочешь, что мы тебя душим только? Не, вы меня не душите, мне нормально. Хороший он к такому давлению, да? Мне комфортно, типа, я не... Не, про секс я не отвечаю, я показываю сразу. Хорошо. Сколько ей лет? Ей 18, ребят. Легально, мы только за легальную грязюку. Инсту пельмешечка сбросит, 3 инсты скинь. Кто не подписан на этого? Да, ребят, у меня там 300 этих осталось, 300 фолловеров осталось в инсте до 20 тысяч. Пожалуйста. Да, вот это Оля, инста Оли. Вот, Злова скинь и мое, да. Спасибо, модераторы, да. И Злова, да, скиньте. У меня там 300-очки не хватает до 20к. А я думаю, типа, если вы подпишетесь, вы очень приятно ей сделаете. Говорю, человек видный, сразу видно, позитивный. Фоточки неплохие. Инста, я бы сказал. МММ-менеджером работать, блин. Мне бы менеджером работать. Продавать людей. Или бананы. Еще не бананы. А ты учишься где-то? Да, я учусь. На кого? Мне Карпман пишет, пусть она приятно сделает мне. Карпман, тебе приятно будет делать девушка в четверг. Может, покажем ее наших друзей, чтобы она их оценила там. Да, давайте, я кстати, ты можешь давай такое? Давай. 10 из 10. А, типа. Как? Ну да, ну как? Инстаграм, да? Ну только я по-честному, если что, то сразу типа не обижаться. Нет, так это типа... искренность приветствуется очень сильно. Хорошо. Так, хорошо. Ёпта маха, 583, а там на 3к, а какой там, вот этот трек? А, вот, 3900, ну, ребят. 3900 лайков, это ее трек, кстати, можно послушать. О, смотри, нафигачили тебе это. Лайков. Так, подожди, а что там? Ну, давай. Первое, это Вадим. Давай, Вадима. Начинаем с ника, Эвалон 192. Ну, да. Можешь просто кукол 192. Это оригинальность. Да. Ну, фотки, типа, он что там прифотошопил себе море, типа, на этих... Вот на Мальдивах, не, вот это селфи, типа. Вот это? Не, ниже. Ниже? Ну да, это но на Мальдивах. Да, это по факту. Ну, только размыта немножко пальма, а это там такие пальмы на Мальдивах, уёбищные. Ну, так я поняла, да. Типа, ну хорошо, чувак отдыхает. Тут он с бровями, ой, без бровей уже. Вот, угу. Есть брови у кого? Да. У кого-то есть, наверное. Как ты его? У меня тоже бровей не было, кстати. Ну, если ну, да. Инсту... Вот тут... Инсту мы оцениваем? Не-не-не, да. Внешность. Вот давай, внешность. Внешность? Ты не знаешь, да, не качество, ничего, просто внешность. Ну, внешность 7 из 10. 7 из 10, да. Хорошо. Ставлю 7 из 10. Давай, блин, я думаю, вот этот тебе понравится. Карпман. Что такое знакомое? А, с которым вы ко мне подходили, да? Да. А как тебе его губки? Побольше губки покажи. Да. Это мы. Бля, я какой-то пухлый тогда был, или мне кажется? Да, конечно, слушай, злой, это, блядь, много. 2 недели у тебя лицо стало, вот. Ты посмотришь, он начал, я ему, ну как подсадил? Подсыпал. Говорю, давай, типа, в тренажерочку туда-сюда. Он говорит, хорошо. Пришел с тренером, позанимался, ему понравилось. Короче, понедельник, среда, пятница, я прихожу, он там. Красава, ну просто молодец. Уважаю. Чат, спасибо. Это просто, я тоже, посмотри. Руки у тебя теплые. Посмотри, тоже щекастый был.
Я сейчас, да, конечно, сейчас вообще ну, сейчас, типа, да, чуть-чуть стухло, нормально, ну, все, вообще, да. Вообще красавчик, я считаю. Главное, чтобы хвостик не поменялся, типа, из-за похудения. Ебать, у меня пысок большой. Где он поближе? Ну, вот, я вот, знала, смотри, тоже вот, смотри. 7 из 10. 7 из 10, да? Тебе не понравились его губки, смотри. Покажи ему инсту. Бля, был бы я этот, я бы ему дал. Покажи ему инсту. Так, злого инсту. Так. Это я. Этот, ага. Вот. Угу. Вот такой он на фотках. Это мне 25 было 2 дня назад. Мне волосы очень нравятся, если честно. Нравится? Да, я люблю цветные волосы. Да, потрогаю. Ой, вау. Волосы. У меня не только на голове волосы есть. Это хреновый комплимент самому себе же. Да я шучу. Ну, тут я ставлю... Так, а где чат? Чат. Не, так ты покажи нормальные фотки, старые покажи. Да, блядь, что ты показываешь, охуенно? Покажи хуёвые. Сейчас, я чат хочу. Так. Оля, тебе привет от всей 14-й школы. Спасибо. Покажи ниже. Так, а вот это, кстати, Диана. Вот это, которая я заходила. Давай вот так вот сделаем. А, ну давайте мы Диану оценим, потому что про нее столько писали, что хорошо, я... Хорошо, сейчас этот... оценим. Вот смотри все. Вот это. У меня нету, нет, это не моя бывшая. Не, это Юнечка. Моя бывшая нету ее в инсте. Или есть, ниже. Какой красавчик, да? Это с мамой? Да. Хочешь познакомиться? Того в деревню. Так, хорошо. Диану дальше? Капитан Диана Рис. А, точно. Так, вот. О. А, азиаточка такая вот. Мне импонируют такие. Мне нравятся вот. Тоже азиаточки. Ничего не видно. Маска в инсте. Ничего не видно. А что на лицо свое прячь? Вот. А, ну вот. Ну, что сказать. 9 из 10 ставлю. А ты с девушками пробовала? Нет. А хотела бы? Ну, закрадывались мысли у тебя в голове? Закрадывались? Да, но значит, когда... Значит будет, я тебе говорю. Нет, когда просто. Пришло к этому время, типа, когда вот наступил этот момент, ага. Я поняла, что нет, не хочу. А что именно у вас было хорошо? Я не знаю, это может, кто-то смотрит или не смотрит. Ну, так это открытая информация, ну, что это? Ну, что-то когда, такое? Типа, пришло да. Такой момент, что, типа, вот мне предлагают отношения с девочкой. Отношения именно? Отношения, ну плюс, или... ну типа, ну если там просто там ёбра, типа все такое, ага. Я не знала, вот я об этом думала. Ага. Но когда так. Пришел момент, что отношения плюс ёбля, я поняла, что нет. То бишь, тебе ёбля не нравится? Ёбля не нравится. А кому не нравится? Вопрос. Видите, чат, о чем я вам говорил, всегда говорю. Так сколько ты мне поставила? А? Тебе 9 из 10. А почему не 10? Потому что рядом, да? До 10 надо постараться. Чем? Надо постараться. Так, кто следующий? Mm-hmm. Макривский? Мак, ну да. А мне сколько, подожди? А ты инсту свой не показывал? Нет, я помню твою инсту. Тебе тоже 9 из 10. Я ставлю. Ну вот, до 10, вот, ну надо дожать. Вот что-то надо дожать. Вот, ну что надо дожать? А с чем надо дожать? Поглубже? Я не знаю, чем ну, надо телом, дожать. Ну телом, я не знаю, умом, разговором, не знаю, присунуть тебе, что? Ну мы же по инсте судим, правильно? Ну да. А, инста. Ну у меня инста такой, я 3 месяца ну, назад. Ну по общению я вам поставлю 1 000 000 из 10, типа, потому что по общению мне с вами очень легко и прикольненько. Ну это типа, приятно по... слышать. Если судить вживую, типа а да, всем по десяточке. Нет, а ты вообще поощрение? Блин, вот она улыбается, вот смотрите, чат, вот. Это потому что, когда я была малая, лет в 5 я ёбнулась, типа, щекой об... Арматуру? Короче, от кровати этот угол, я, короче, упала, ёбнулась, у меня теперь ямочка. Чат, я вам говорил и всегда буду говорить, девушки хотят не меньше нашего. И поэтому мы получаем вместе, блядь. Короче, у меня были недавно отношения, ну, типа, чисто за щепок. Мне девка, знаешь, что говорит? Что? Говорит, хуй маленький. Слушай, не звонит. Знаешь, что она мне говорит? Говорит, мне нужны губки. Скидывает карточку и пишет тебе сумму. Губки? А какая связь между губками? Подкачать. А ты ей пересос покупаешь. За то, что мы, типа, блядь, этот, как оно называется? Хорошо время проводили. Ну, еще ты скинул? Ты че, ебану? Ты че, блядь, видишь рога какие-то, блядь, оленящие? Ну, я бы ей купил пылесос. Пылесос. Давай, сделаем губки. Блядь! Ёбаный, да сука! Блядь, я только давно понял.
Сука, я только давно... Ай, блин. Я говорю, шутка валит на повал. Это по факту, кстати, блядь. Блядь, ты понял? Я только давно, я думаю, что это пылесос, причем тут губы, блядь, пылесос. Сейчас понял. Ай, да. Вот, вот, сколько? Вот инста этого молодого человека. Как тебе? Он такой ЧСВшник на самом деле, но его да, девушка... Да, но когда сосёт такой его, добрый. Его девушка, да, говорит, не, попроще, типа. Он типа такой, знаешь, на стримах такой вот весь такой из себя, да. Ну, 8 из 10. 8 из 10. Магрица, сосать. Мы пока выиграем. Так, кто дальше? Кто дальше? Ой. Мапки. Боже, сколько их у вас? Вот ему тоже 18, 40 да? человек. Вот, вот ему тоже 18. Ага. Ага. Тебе такие не нравятся? А тебе нравятся худенькие или такие немножко в теле? Качки нравятся? Ну, вообще, не ну, качки, как... а что-то средненькое между что-то ну... худеньким и подкачанным. Я не люблю таких качков, прям пиздец. Ты их боишься? Совет как злому жахнуть. Совет как злому жахнуть Диану Рис. Ой, бля. Ой, я думаю, ребят, он сам разберется. Ой, блядь. Пока что с Алиной пусть разбирается. Ей еще многое предстоит. Так, это сколько? Ну, 6 из 10. 6 из 10. Вообще не понравилось, да? Кто next? Бля, кто next? У меня сторис не залилась. О, да, давай этот. Давай этот. Ты по игровой тематике вообще не понимаешь, нет, да? Нет, я ни шара, ни ничего в играх. Вот я, смотри. Тут я мой член, тут все мой. Угу. Вот я чищу зубы. Молодец, что зубки чистишь. Ну да. Ужас. А вот этот? Вот этот, как ты? Это Александр. Александр, да. Бля, все же прикольно, кстати. Тэтан, типа, он просто хорошо играет. 7 из 10. 7? Саня! Давай там, блядь, тренируйся пока. Да, учись у мастеров. Покажи бустера. А знаешь кого? Да, я хотел. Я тоже подумал. Ну когда уже будет 10 из 10? Я жду этого. Ну, вот этот будет. Вот этот, наверное, мне кажется, будет 10 из 10. Вот смотри, Крит. Этот будет 10 из 10. Да? А ну покажи вот эту фотку. Вот эту, вот что на фоне, да, где-то в ворох сфоткался. А. Че, 10 из 10? 9. Славутыч, блять. Ну вот по первой фотке сказала, что он 10 из 10. По самой первой? А по остальным? А кто еще? Кто вот что есть за типаж такой, показать, чтобы 10 из 10 было? Магу, наверное. Как мага подписан, чат? Мага. Что такое знакомая мага? Ну да, имя распространенное. А ну девушку вот эту. Ну тело тоже знакомо? Ой-ой-ой, сосочка. Да, она очень такая... О-о-о, знакомое лицо. Бля, я бывает, такой да. Пухлый, по чё за хуйня? Мне я кажется... тебе говорю, злой, ты тебе тренер не говорил, тренер мне после 3 недель сказал, бля, пиздец, ты прям, знаешь, ты белый становишься, ну, ты, типа, светлее становишься от того, что а ты... А какой я знаешь, должен быть, бля? Нет, светлее становишься в плане того, что ты занимаешься, у тебя кровообращение, типа, этот, становится на место. Я белый. Десяточку, наверное, бы поставил, ну, просто как девушке, да? Я тоже десяточку ставлю. Десяточку? Ну, я, только очень много фоток с масками, типа, как будто она свою внешку стремается, типа, показывает. Не, но не все люди... Не, десяточка, да. Десяточка, Юечка, блин, девушки десяточка. Подожди, ты больше по девушкам или по парням? По пацанам, конечно. По пацанам, а по мужчинам? А кто еще, чат? Кто еще? Кого показать? Гуакамоле, да, давай. Гуакамоле, кто это? Хусейн Хасанов. Не, это не с нашей тусы. Ему еще далеко до нас. О, кому это, Марк? Эксайла покажи! А, Эксайла, да. Ой, это вообще девушка. Эксайл. Эксайл. Эксайл Мьюзик, у него альбом вышел. Кстати, чат, ты не слышал. А я на него не подписан, лох. Лох. Так. Илюха, ты лох. Не, я лох. Восьмерочка. Как это работает? Как это работает? Я тоже не понимаю. Тебе внешность другая нравится, да? Мне типажи другие нравятся, да. Например, как я? Ну хорошо, ты 10 из 10, хорошо, девяточку, то есть у нас шансы равны. 10 из 10, не, дядь, уже не равны. Ну, слушай, если ты нам девятку уже не поставил, равны. Ты не можешь нас френдзонить автоматически. Ай, ну десятку я не буду френдзонить, девятку еще буду, десятку нет. Так, а мы говорим, ЧСВ, я тебя вместе со стулом. Ебать, не поднимешь. Я думаю, ее, блядь, туда. О, нихуя себе, вагину забаньте вот эту, нихуя там девочка. Чат, ребят, модерируйте чат, пожалуйста, модераторы.
Так, Exile восьмерка. Кого еще, ребят? Кого еще? Жожо. А, да, окей. Ну там фотки уебищные, да. Ну, типа, не уебищные, а такие, типа. Ну, хотя нет. Господи, что это его? Это кетчуп. Нет, это месячный. Он сражался нормально. Виджелинга? Не. Девяточка. Тоже что? Девяточка. Ему 17, кстати. Это плюс 8. Это плюс 8. Ну, девяточка, все равно девяточка. Хорошо. Такое. Марк, так, Гуакамоле. Ребят, я так и писал, Гуакамоле. Гуакамоле. Давай последнюю. Вот я вижу, ты что-то скучаешь, да? Оцениваю. Давайте последнего, я не могу. Вдруг будет десяточка, кто знает. А где он? Магу ей покажите, а магу уже показывали? Five скилла покажи ему. Five скилл. Да, у меня есть. Пиво. Five скилл, вот. О, вот. Это. О. О, что? Это тоже девяточка. До десяточки никто не дотягивает. Славутыч. Что такое Славутыч? Ну, бустер. Бустер? А, она, да, сомневалась на самом деле. С бустером. Не, 9 ну, или 10. Да, это строго. Марки попасть, Шоу. Вот, да. Давайте, ребят, Марки Шоу. Я знаю, я на него подписан, я что-то не. Давай последнего покажем. Да. А то как бы конкуренты нахуй нам не нужны. Да, ну что я скажу? Вот смотри. Он едет к тебе уже, видишь? А вот тут он может ради игры с тобой играть. Как ковбой. А ты любишь ролевые игры? Нет, не люблю. Не любишь ли ты? Напрягает. Напрягает? Ты не фантазируешь. Тебе лучше сразу жестко, да? Да. И жестко, грязно. Девяточка. Сколько? Девятый? Так, все, хватит нам конкурентов, все. Девятки вот эти, сделай на снафу. Так, чат, мы вернулись. Ну и как тебе? Ну, стримерсы. Ну, прикольные мальчики. Что, стримится? Да. Ну, типа, данный по такого веща данный. Мне нравится, прикольненько. Хесуса можно было бы показать. Да ну, хорошо. Да не, все. Да, все, пускай все, посиди, ребят, там, блядь, хватит. Да, она уже, короче, заскучала. Тогда вот ты учишься. На переводчика. Что ты можешь перевести? Английский. А ритм моего сердца. Тебя, блядь, в вагонах, блядь, запаковать в колесо какое-то и перевести. А ритм моего сердца переведешь? Нет. Что она чувствует? Это было тонко. Не, ну, я тоже хотел, кстати, пойти на лингвиста. Типа, ну, ты же только английский у тебя? Английский, немецкий. Опа, монеты. Где твои модераторы? Осуждаю, что-то кидают. Всем по... Модераторы, блядь, работаем. Не, модераторы, у просто пожалуйста. На Твиче очень опасно, типа, вот, допустим, даже... Ну, мы стримим в страхе, по сути. Ну, мы можем что-то опасное сказать, и нас могут за это забанить. Тупо, нету списка... Хотя ты это не имел в виду. Да, нету списка запрещенных слов. Угу. И типа, и все натыкаются рандомно на слова. Ну, но помнишь, материться и... нельзя. Ну, не лучше материться можно, но главное не использовать оскорбительную форму мата. Шварц. Осторожно. Я помню. Арнольд Шварц. Шварц, просто Шварц. Или город, если у нас недалеко. Чер... Не надо говорить. Или пиво такое тоже. Ну, типа, ну, это можно говорить, в принципе, но мы, знаешь, стараемся, вообще, как бы, да, подражон не лезть. Ты ну, слышал, вот этот Сильвер неделю отсидел. Он, за короче, что? Он реально там, если на слово модик... Оговорился, прикинь, оговорился на секунду. И там не то, что оговорился, он реально имел в виду другое, а чат начал репорты кидать, и его забанили на неделю. Ну, там это, есть это такой бред, да. И украинский язык тоже некоторые слова, да. Типа, а нельзя ты, говорить. Ты гарно розмовляешь украинську? Я чудово розмовляю українською мовою. А давайте 2 хвилини порозмовляємо на українській мові. Давай. Може, щось я не зрозумію. А зуби свої? Дай попробую. А як, язиком хочеш попробувати чи як? А ти візьмемо? Ну давай, візьмемо. Різюку мутить. А ти в нього питала, чи він зуби чистив? Ну я бачу, що чистив, хорошо все. Що ще? Бачу, що чистив. А ти розмовляєш українською взагалі? Я чистив. Що? Розмовляєш українською? Очень тяжело звучить. Я тільки з отцом і з братом, от мене переключає. Мене переключає. Так ми дивись, ми розмовляємо. А коли він нап'ється, він починає ПК, ребят, ви поняли? ПК. Це навіть... Коротше, ми пробували на стрімі орешки такі, острі. Там 13 чого? Мільйонів... Сковілей. Сковілей, да. Господи. І він, короче, там 3 или 5 попробував, знаєш, що він почав говорити? Ну, типа, він починає українським язиком розмовляти. Суржиком? Да. Да. Когда напьется же... тоже, вот, ну как напьется? Ну, я же из центра Украины, и мы да. говорим на суржике обычно. Да. Тут я научился русскому. Ну, да, мне он все хорошо типа... сейчас разговаривает на русском. Тебе нравится?
Русский ну, раз, я с уровня не воспринимаю. Ты берегись. Вот я, смотри, мы очень часто видимся. Вот это, слоу, да. Кентоу, дегло. Да нет, я он, уже все. Он разговаривает. А что это значит? Ну, в смысле? Ты, да, не слышишь, ты видишь, как ему, я его учил говорить, а он не может научиться. Начинает. Вот смотри, смотри, сейчас этот, как он полетит, ребят. Какие у него еще слова есть? Вот, слоу. Что за цаца, та девочка, которая... Что за цаца? Зовут Олечка, ребят, переходите в инсту, зачекать ее, зафоловьтесь. Кентоу, да. Кентоу, часоу, хуёу. Часоу, да. Хуёу, да. Классно. Ну вот здесь у него вот такое, но это его особенность. Но когда ты с ним очень много общаешься, вот у тебя начинает это, типа, ну, с кем поведешься, того наберешься. Ну, это неплохо, в принципе. Вот хорошее слово такие, знаешь, грязюка. Грязюка. Ну, это прям, да, оно да. прям не то, что приедается, это офигенно прям, да. А ты свободно на английском говоришь? Ну, не знаю, такое нормально вроде. Ну, ты же учишься на это, да. Ты должна это. Вот я могу разговаривать на английском. А ты видишь себя в этом? Или ты просто учишься ради галочки? Или типа как поведётся? Вы решили надобить. Да. Я не знаю. Не-не, а чё? Ну, ходика через 4 посмотрим, что с этого выйдет. Ну, типа пока общаться могу, типа там с кем надо. Общаться? Общаться. Угу. Там... Не, ну ты же творческая личность, тебя да. это прям прёт. Я на английском треке ну, пишу. Ты, наверное, пока что... На английском? Ну, как оно называется? Да. Не, ну двигайся. Ты когда почувствуешь еще денежное какое-то подкрепление, угу. это прям тебя заведет возбудить еще больше. У меня пока не было вопросов. А когда возбудить, ты приходи сюда. Я Злова позову, ты как, не против? Хорошо, посмотрим. Все, она согласна, ребят, все. Парируй, парирам на троих сообразим. Трапезничать, да. Я люблю, типа, такие слова, которые уже забыты уже. Ну, знаешь, какие, например? Ну, Юзик, Йосип. Не, ну это имена старославянские такие. А, да? Там, а Варвара, знаешь? Варвара. Ебрагим, там. Ну да, да. Так это имена, какие просто? Это имена, ну, допустим, трапезничество. Вот. Да, я тоже говорю, трапезничать буду, типа. Это ты меня спиздила? Нет. Ты за мной следила до этого? В смысле, чуть-чуть? Ты видела мой инстаграм до деда? Нет, не видела. Я просто ты так после мысли. Деда, да? Так... Мысли, подожди, как ты следила? Не понял. У нас просто коннект. Типа, я говорила трапезничать еще долго. Дед, ты понимаешь, что она пришла стрим не ради тебя, а ради меня? Ты просто как пешка. Ну, типа, я тебя использовал, дед. Вызываю тебя, блядь, на дуэль. Сейчас у меня в кровати. Тебе пизда, блядь. У меня изолента есть, слушай. Ну и замотай себе рот, блядь. Сделаю, сейчас, ребят. Да, не, шучу. Меня вообще-то дед позвал, я типа, говорит, столь прекрасная мадемуазель посетила наши края. А? Ага. Да, рассказывай. И я говорю, ну как мы отказать другу? Что ты там ей сыпишь на ухо? Она что, думаешь, по пальчику понимает? Эти пальчики не там надо использовать. Не там надо использовать. Я тебя научу потом. Хорошо. Мы так сидим, мы еще видосы смотрим разные смешные. Смешные? Да. Ну мы обычно Twitch FM смотрим. Мне тяжело рассмешить. Тяжело? Да. Сколько раз менялось из-за меня? Из-за тебя? Пока ноль. Не ври. Ну так, чтобы именно прям пизда, чтобы аж до слез, то никогда. Ну прям до слез, то подожди. Смотришь его? Кого? Ну типа в Twitch FM там и так далее. Я ничего не смотрю. Она не смотрит. А, вообще ничего. Я ничего не просто, знаешь, вот типа легче вливаться в тусовку. Ну ты вот не то, что в тусовку влилась, ты вот пришла и вот говорю, ты вот чувствуешь себя как дома. Да, это я важно. Дома. И если бы ты знала еще вот этих вот людей, да, которых мы тебе показывали там, да, и тебе бы вообще, о, этот, блядь, ты бы шутки схватывала, вот это все, да. Ты в этой теме, ну, то есть... Это все время, ты меня еще пару раз позовешь, типа, я выкуплю. Конечно. Тему. Че с вебкой? А че с вебкой? Нормальная вебка? Не, нормально, все классно. Подвигайся ближе там. Да. Чтобы ты была в центре. Так я же и так в центре. Ой. Я так уже разлеглась, ты же ножку так просунулась. Я думал, на меня прям. Ну, пока еще нет. А какой это должен быть уровень, чтобы на меня закинуть? Еще чуть-чуть надо подождать. Чуть-чуть подождать именно здесь посидеть или после? Посмотрим. По ситуации. Ты не даешь прямых ответов. Ну да. Это прям, да, обходит. Знаешь, когда не отказываюсь, значит, соглашаются в уме. Ну, я чуть-чуть в крысу. В крысу? Я так типа не говорю. Я знаю, как с ними, как сказать, ну. Чего пишет, блядь, все из-за прописки, блядь. Я знаю, как с крысами, так сказать, расправляться. У меня просто друг есть, Роман Макривский. Ну, типа, я с этим знаком. Ты забыл сказать ей, что
Те, кто вам дают их потом... Киньте инсту... Да, модераторы, киньте инсту девочки. Инсту девочки, наши инсты, ребят, подпишитесь. Мне там, свои, мне там 300 фолловеров осталось до 20 тысяч. Помогите добить. Так, злой... так... Не, у злого в хате вообще ничего нет. Так, а где модераторы? Почему у него рот красный? В смысле у него рот красный? Это синий. У меня такой язык красный. Так, вот. Сейчас. Жожо! Ты время видел, блядь? Я тебе писал в ЛС. Я думал, ты стримить будешь, блядь. Ты же говорил, что ты постримишь и потом. А сейчас уже... Ты видел сколько? Я же тебе писал в ЛС ВК. А ты так, был модераторов в 3 часа только. Я не понимаю, где модераторы мои? Ты же стримить хотел, Жорик. Я тебе голосовуху кинул туда. Так, вот, вот, ребят. Вот инста ее. Жора. Я проспамил. Я вот, тебе не инсту ВК написал. Ей приятно очень будет. Так. Мне и... приятно, мне очень приятно. Да. Говорю, творческая личность. Так, и... Я должен был сегодня стримить, но Жужу видел в 6 утра лег. Мы игры играем на стриме. И, но, блядь, ну я вижу, он спит, и он хотел еще постримить. Да похуй, я думал, вот, он мне постримил, мне, но помогите 300, тебя ты. Посижу. А я думал, наоборот, чтоб ты постримил, мы, у меня всегда успеем посидеть, потому что меня тоже позвали. Так что лучше стрим, брат, мы потом, типа, сделаем резюку. Я просто не люблю выцеплять, ну, типа, я понимаю, что такое не стримить много, и потом, типа, еще кому-то идти, это, типа, тильт. И лучше пострим, а потом мы с тобой ёбнем резюку. Да, времени так... еще много, как бы, мы можем себе в любой момент ёбнуть. Да. Раскрепощай, так она раскрепощена, она вообще, она, ты, смотри, она уже почти ноги уже заложила на зло. Я твои волосы потом, я на ДНК. Ну, передо мной всегда раздвигают двери, чтобы я ушел нахуй просто. Вот, двери? А двери ты это подразумеваешь? Результаты скоро будут, скоро. Это не чулки, это колготки. Вот ты в колготках? Я в колготках, конечно. Покажи. У тебя растяжка хорошая? Холодная. Говорю, холодная? Растяжка хорошая? Ну, холодная. Холодная. Растяжка холодная. Ну, прохладненько. Тебе холодно? Да, я пока вас дождалась, пока там... А, да, сейчас. Да она, блин, туда поехала, понимаешь, к другому шлагбауму. Я ее еле-еле нашел. Она мне скидывает какие-то, блядь... Она, знаешь что? Она мне в телегу снимает, короче, не... местоположение, а себя. У меня замерзла там, тролля, замери меня. Сфоткала какие-то там, не знаю, сфоткала просто дорогу и эти столбики. Я думаю, блядь, где эти столбики? У меня просто мозги тоже отморозились чуть-чуть, поэтому я так. Да не, я бы сказал, что ты нормально думаешь, мыслишь. Ну, я сожрелась. Если ты замерзла, тут есть два согревающих аппарата таких. Да что? Тебя это интересует? Ну, когда замерзнешь... Окей. Ну, это мы просто стрим, играем в жизнь. После стрима все порешаем. Хорошо. Да, парируриром. Парируриром. Go GTA, GTA завтра, ребят. Не, GTA не будет. GTA-шечка... GTA не, конечно, будет. Конечно. Сейчас у нас будет тут такой ролеплей, блядь, ёбнешься. Да. Спрашивай у нас что-то. Я хочу, чтобы ты поинтересовалась да, нами. Да, кстати, да, да, да. Вот, это, ну, вот мы первый раз видимся, вот столько вопросов о тебе, а ты... Ну, я вас, кстати, вообще не знаю, типа, шо вы, как вы, типа, так где давай. Вы, шо вы мутитесь, чем вы занимаетесь. С девочками ты хотела сказать? Какие? Вот у кого шо, у кого девочки? Нет, где, я услышал. Ну, тебе не интересно, ну, что мы мутим? Сколько лет там, на кого он учился? Ну, я шарю, тебе 24, типа, тебе 25. Нет? Я ошиблась? А в чем прикол? Он тебе сказал, что ему 24? Ну я вообще посмотрю. А, ну по-моему 24 сантиметра, типа. Бля, че это кору, бля? Так, а сколько тебе лет? Мне? Да. Ну а на сколько выиграл? А если без рофлов? Ну без рофлов? Я готова охуеть, походу. Ну, чуть больше 30. А что у тебя в листе написано, что у тебя... А, так то не рофл был, что у тебя 24 сантиметра? Не. А, ты просто типа держишь в курсе всех сразу. Ну да. Сколько мне? Так, чат плюс секс получается. А, ты же инсту видела, камон. Да ты мне сам сказал, что не 25, алло. Уже раскрыл. 30. Натуре? Да. А что, слишком стар? Не, ну прикольно. Не, ну прикольно. Ты... Слишком старая? Не, ну прикольно. Не, конечно, я скажу, что ты уебище старая, блядь. Не, ну прикольно, блядь, почему бы и нет? Не, мне никто не дает 33, алло.
натуре 33? Да, мне 33. Ну, похуй на возраст, главное, типа, как ты себя ведешь. Ну, так вот именно. Так хуя на себя ведёшь. Ну, я не чувствую себя, понимаешь? Типа, вот Кроу, Рассел Кроу. Блядь, это тебя, да, Кроу! Ебать, Кроу! Говорю, Кроу, блядь! Короче, кровь в жилах течет, ребят, 27, вот, блядь. Максимальный возраст, который я себе даю, 27, блядь. И каждый... Посещение зала, я все... Я сейчас перезвоню, подойду. Хорошо. Давай. Все, молодею, молодею. Хорошо. Не могу обойти просто. А кто мне повернет? Кроу! Раз, где-то успокойся. Да я знаю. Да. Аля, как... Вот, бля, 1.75 м. 18 лет, и ты понимаете, а ты модельное агентство не думаете? Я думала, мне сказали скинуть 7 килограмм. Сколько? А ты сколько весишь? 57 где-то. 57? Да. А 7 килограмм тебе 50 надо, да? 50. Я ебала, я не скину 7 килограмм. Изи просто, ну типа захочешь скинуть. Можно, наверное, похавать. Да, ну что еще? Типа ты понимаешь, что ты до 25 где-то будешь еще расти, ну сантиметра 3 точно наберешь. Ну хорошо. Это вообще топ будет. Да. Потом мужчина не сможет себе найти. Смогу. И тут я такой на фоне. А? Сколько у тебя раз? 1.96 м. Дурь? Да. Да, 1.96 м, без рога, да. Задумалась? Ну все, я выдумала. Мне 24, будет 25, я подумаю. Тебе будет 25, нет, это слишком поздно, мне ну... А тебе будет 40. Не надо, это все, это просто цифры. Вот серьезно, чат, это просто цифры. Это цифры. Руки, не, руки у меня, ребят, на месте, поверь. Не, это нормально, я считаю, это вообще не важно. Не, мне 33, короче, но у меня есть смайлик 54 по факту там есть, и они просто спамят. Типа, и это мем, знаешь? Mm-hmm. Они даже, говорю, вот чат как подхватывает, типа, а-ля, говоришь, там, тебе, ну, как оно называется? Один чел зашел, я в Among Us играл, mm-hmm. говорит, Лёха, не расстраивайся, в следующий раз повезет, а меня Саша зовут. Я говорю, в смысле Лёха, какой Лёха? Uh-huh. Все, блядь, я теперь Лёха для них. Ну, Лёха. Я теперь Лёха для них, все. Включаю клип, знаешь, папича ты не знаешь, папича ты не знаешь, ну, там типа Вика, Вика, бля, не знаешь, а они спамят Лёха, Лёха, бля, короче, это Лёха, Алексей, Лёха, ты заебал. Не, ну ребят, да, я самый старший из компании, да, согласен, самый старший из компании. Чатик, вы хотите задать вопросы этой милой девочке? Я могу поотвечать на все вопросы, задавайте. Что? Да. Что? На любые вопросы, ребята, прямые, давайте. Только по одному. Ликсу 3.4, ребят. Ликсу 3.4. Не, ну с компанией, ну такое, вот Ликс, ну я не успел тогда этот. Мы в мафию играли, там был Фил, Бандос Папа, ему 38. Ну, короче, Картман начал называть меня старый. Я потом, короче, зашел к нему в чат, и мне говорят, дед, и так и повелось. Дашь писку ебать. Так, сколько за час, блядь? Какой час, ребята? Вот я тебе что-то заплатил? Нет. Нет. Ребят, вот поэтому, типа, вот Инстаграм ее. Где мои модераторы? Где мои модераторы? Вот ее Инстаграм. Подпишитесь, ей будет очень приятно. Вот говорю, очень интересная, красивая девушка. И сказала, что нас зафрендзонила. Ребят, так что у вас появляется очень много шансов. Где телеброшь это нашел? А, ребят, вы не помните ИРЛ стрим? Я ее хотел поцеловать, а другая... Ну, у нее вот, когда она улыбается, у нее здесь ямочка. Вы не помните ее? В нарезке еще попадала. Я говорил, типа, я хотел ее поцеловать. А подружка, типа, такая... Стоять! Вот. Малыха не тильтует. Она вообще, говорю, она ведет себя как дома. А я разрешаю, ну, пожалуйста. Ты разрешил, поэтому я веду себя как дома. Да, да. Фак, где я? В25, здорово, вот. Где ты? На подкасте у Вудмана. Видите, она подыгрывает даже, ну классно, да. Так, помню, подруга еще быканула. Да, подруга еще быканула. Кто быканул? Подруга ее, когда не дала. Тебя подруга быканула? Да, на меня. А ну зови ее сюда, сейчас мы разберемся. А, у нее скоро парень будет, тогда не надо. Дед, я буду ехать уже. Куда? Да. А ты так переживаешь, куда я еду? Ну да, занервничать. А куда ты собрался ехать? У меня работает уже. Нет, я же тоже стример. А что ты к вечеру такого ходишь? Ну потому что я в день только проснулся. Так я не на работе. Блин, это Филси, а кто такой Филси? Это мой бывший парень, Филси. А что, пишет мне вопрос? Здорово, Филси. А он блогер какой-то или тиктокер? Привет, да, он рэпер. Типа я благодаря ему начала заниматься музыкой. Рэпер? Он мне втянул, типа, в эту всю движуху.
А, это круто. Мы... И что-то пошло не так, да? Что-то оно туда, не туда завернуло чуть-чуть. Ну, я понял. Не, ну это хорошо. Но ты сейчас завернула туда, куда надо. Да, мы могли бы сейчас расспрашивать вот это вот, она не отвечает на это вопросы. Это молодец, знаешь. На какие вопросы не отвечают? Ну, зачем? Прошлые отношения, ты сделал вывод для себя. Зачем рассказывать его кому-то другому? Правильно? Да. Правильно. Это хорошая позиция. А то, что парень зашел, ее там начал, да, что-то писать там, это уже, это низко, я считаю. Лучшие ставки на киберспорт для камик. Размер груди какой? Да не знаю, первый или второй. Наверное, первый. Я считаю, что грудь должна вмещаться в руку, а не быть больше. Ну, вмещается. Слушай, Злой, вот не то, что такая же позиция. У тебя большая рука? У меня. Покажи. А ну предложи. И кот дома есть. Вмещается? Да, есть. Вмещается есть, в руку? Ну, вмещается. Чуть больше у тебя. У него вместилось рука. Ну, Злой, все, нормально. Сюда немного руку. Вот так не, у тебя большая. Не, с ней. А, там не было видно? Да. Да и не все, что надо. Да и мне же не все надо видеть, что надо. Что не надо. Я буду ехать, потому что мне надо отдать вот эти хуйни и... А, я понял. На завтра подготовиться. А, так это все не тебе? Ну, все по одной мне, и все, типа, я еще заказал. Я поняла. Просто... Хорошо. Ты меня отпускаешь? У нее лапа. Так уж и быть, иди. Ты не забудь на него подписаться, он человек, знаешь, такой... Уёбище. Не, не уёбище, просто... Лол, привет. Просто, ну, не обидится, он такой трогательный, знаешь. Я подпишусь, не волнуйся. Я не волнуюсь, главное, чтобы ты не волновал. Все. Давайте прощаться. Давай, дед, удачи. Давай. Мы еще посидим. А этот, как оно называется? Там поцелуйчик хотя бы поцеловать. Я не целую. Ты как всегда, блядь, сесть проебал, блядь, поцелуй. Я не целую. В щечку. Я не целую, я сразу... Чат, всем пока, спасибо за контент. Дед сейчас будет делать резюку. Угу. Дед все расщепляет. Так, сейчас я его проведу, а ты пока чатик почитай, только грязь не считай. Хорошо. Я остаюсь пока с вами, ребята. Я тут за главную. Она хотела поцелуй. Я очень сильно хотела. Шо вы? Покажи жопу. Кто ты, девочка? Я Оливочка. Оливка. Ты проводишь меня. Я тебя поцелую. Оля, блядь, когда ты мне уже ответишь? Я тебе сейчас отвечаю, Вудс. Отвечаю. Жопу не показываю. Осуждаю. Прочитаю инсту. Внимание. О, ебать. Захожу, читаю инсту. И что мне прочитать? Вопрос. Я забрался. Все. Забрал? Так я тебе оставил зеленую кури. Спасибо. Арбузик. Я отвечу всем. Чуть попозже. Если не подержит насильно, моргни. Не, ребят, я сюда пришла вообще по приколу посмотреть, что тут, как тут, но мне очень понравилось. Я вдохновилась, хорошая компания. Написала тебе, что очень красиво, я видела, пупсик, спасибо, 3-2-1. Как к геям относишься? Хорошо отношусь, мне вообще все равно, кто с кем. Главное, чтобы все были счастливы. Пока-пока-пока-пока. Сейчас, пока. Чат пока. Охуенно. Спасибо. Кто лучше, Злой или Камик? Они оба пиздаты. Пришла пососать трафик, по-любому. Она Тати. Может, стримить начнешь, Камик. Ты подкрадываешься. Ну, так, помощи потихонечку. Помощи теперь не будет. Что там мне спрашивают? Так, ребята, Злой уехал, мы можем теперь вдвоем... Подожди, да. Секунду. Давай подвинь меня чуть-чуть. Давай просто вот так вот сделаем и все. Давай. Просто вот так вот сделаем. Давай. Так, теперь начинается жесткий драйв. Нет, ничего не начинается. Но да, но дефа у тебя нету. Что такое деф? Деф – это защита. Смотри, я знаешь, почему его позвал сюда? Почему? Потому что я могу себя в руках не сдержать. Яй! Чат, правда? Правда или нет? Подождите. Правда или нет? Скажите. У меня сразу ассоциации с Молстроем, я сразу начинаю чуть-чуть циковать. Вот, плюсует, видишь? Плюсует. Что это значит? Так, не плюсует, надо. Плюсует, это значит, я шутил. Сюда. Она поверила. Не, я нормальный, я не буду человек. Доводить до такого. Все отлично. Так. Он девственник, да, 33 года девственник, кстати. По-любому. Ты не веришь, а это так? Нет, давай я отсюда сяду. Давай, меня подвинь, чуть-чуть толкни. Да, вообще есть. Опа.
Подвинули мы. Так, а что у меня? Можно стримить. Ой, сильно закрутила меня. Да. Так. Настрой начало. Ну да. Так, дед не бьет, дед ебет. Вот так. Так, чатик, давайте, давайте вопросы, давайте помогать. Сейчас так вот. Бля, ну не против даже? Не, слушай, мне нравится. А чего-нибудь против? Тебя можно погреть здесь? Да? Но мне не холодно, ну так прям обнять уже не можно. Я включил все, здесь отец был устроен, да-да. А, слов, ей же нельзя, в смысле нельзя? Нет, в оскорбительном плане его нельзя использовать. То есть оскорблять кого-то, ты там такой-сякой, ты это нельзя. А так, почему бы нет? Так, женёк, как дела? Как дела? Уёбище, это как... новый Кадиллак. Уёбище, как дела? Ты папища не... А, она папища не видела, ребят. 15 лет... Да, кстати, да, ёпта Маша, он между нами 15 лет разница. Прикинь. Я что? И понимаете, вот я не знаю... Ну, у меня, ну, как бы, когда я в Виннице жил, я в основном с такими девчонками не знакомился. 19, 21, там, 18 было. Тебя малолеточки так возбуждают? Нет, понимаешь, ну, сейчас я вот просто, ну, как, я ищу интересных людей, приглашаю их на стрим. Ну, это правильно. Вот, и мне нравится, вот, и я говорю, ты очень хорошо входишь в роли, и чатик к тебе привыкает понемногу, вот, и в следующий раз можно... Можно, короче, я тебе выцеплю парня на десяточку. Ну попробуй, но это сложно сделать, но можешь попробовать. Не, ну я думаю, короче, злой тебе, вот злой бы тебе подошел, серьезно. Ну я, блядь, я знаю, не, вот она хорошо. Кентикс будет, Кентикс. У нее хорошая позиция, типа, возраст не главное, бла-бла-бла. Ну, блядь, ну все равно, вот, есть какой-то, блядь, 33, типа старый. Блядь, вот серьезно, чат, если бы я, блядь, не говорил вам, сколько мне лет, говорил там 28 и так дальше, вы бы мне никогда, блядь, я бы так и подумала, что тебе 24. Потому что я сидела и думала пол эфира, что тебе 24 года. Поняли? Бля, ну вот видите, вот я с одной девушкой познакомился, и она тоже мне сказала, тебе 25. Я говорю, мне больше. Говорит, ну 27 максимум. Я говорю, ну, блядь, ну да, я тебя так чувствую, но неправда. Ну да. Говорит, 30? Я говорю, больше 30. Ну такая, блядь, все, пизда. Типа, куда больше? Куда? Я говорю, 33, блядь. И все. Я не знаю, ребят, вот говорю, цифра, это вообще херня. Это такая херня. Ну вы просто, ну, скорее всего, не все вы... не все вы, в смысле, не то, что не доживете, а в плане... Ну, будете заниматься спортом, вот я говорю, я занимался всю жизнь спортом, любым, не знаю, и тайским, и дзюдо, и, бля, и, короче, и футболом, и гандболом, и волейболом, ну, короче, чем я только не занимался, легче сказать, чем я не занимался, нежели перечислять, чем я занимался, вот, стал на лыжи, поехал, стал на сноуборд, короче, попадал в седьмой горке, научился, вообще ездить, я на второй день черных уже хуярил. Это шо? Я тебе серьезно говорю, я, ну, настолько, да, гандбол, мастер спорта, алло. Вот сколько вырубаешь, Карпман, а сколько там в стриме идет, ребят? Сколько там в стриме идет? Мне кажется, ну, не знаю, где, часика, ну, полчасика, наверное, посидим, да? Ну, и, да. И так время быстро пролетело? Как да, два часа. Уже два часа? Да, на туре? Два часа стримить. Так да. Будто полчаса я досижу. Да, прикиньте, вот тебе она... Тебе тоже так? Не, ну, я чувствую, ну, чуть-чуть чувствую время, да. Я не чувствую. Полчасика, наверное, этот Артур. Вот, и смотрите, ну... И типа, и возраст это фигня. Занимайтесь спортом, выглядите хорошо, чувствуете себя хорошо, и все. Хорошо, хорошо, Артур, хорошо. Пиздобольством занимается, в попку любит, не знаю, она не ответит на этот не вопрос. Не люблю, это больно. Ну, пробовал? Случайно. Это пиздец, как хорошо, хорошо, давай, не, ну больно это хорошо. Это нехорошо. Ладно, нехорошо. Где злой? Ребята, злой ушел. Да. Ну подожди, не, ей 18, алло, ниоткуда я не снимал, ребят. Это девушка, которая мы познакомились на реал стриме, вы ее видели в прямом эфире 15 секунд. 15 да. Секунд, вот. Я взял контакты и решил позвать. А где ты меня, кстати, нашел? Где ты мои контакты нашел? Я ж тебе инсту свой не давала, ничего не давала. А, мне чел какой-то написал, говорит, вот девочка со стрима, которая типа тебе... Да? Да. Да, 100%, 100%, да, в инсту мне написал. Прикольно, такой, спасибо, ребята. Окей, видите, как судьба сводит с интересными людьми. Да. А я что-то подписался, знаешь, и потом начал чекать сторис, это, типа, вот почекать, говорю, ребят, вот... Заряжаюсь. Да. На мою инсту под стримом подпишитесь. И вот ее инста, говорю, она такая позитивная вся, ну,
прям хлещет энергия. Я говорю, блин, надо позвать. И все. Ко мне на 9. Хорошо, Артур, хорошо, я буду. И смотри, ну, блядь, ну, ты просто, ну, типа, ну, это случайно было, понимаешь? Да, это случайно, а если разработать там, блядь, все, подготовить? А что я заботаюсь? Ну, ну, блядь, про попку уже спрашивай. Ну, я прикидываю варианты, понимаешь? И этот вариант мы сразу хорошо, откидываем. Ну, ладно, ладно, откидываем. Ну, я имею в виду, что девушкам нравится. Сейчас 21 век, все, типа, хотят эксперименты попробовать, там, 2 на 3, 3 девушкам на 2. Девушкам не нравится. 3 на 2. Блядь, что ты мне... Давай мне с моим опытом, ты мне будешь говорить, что девушкам ну, нравится, что не нравится. Ну, я тебе со стороны девушки рассказываю, что девушкам не очень нравится. Не очень нравится, ты нравится просто... делать приятно смотри. Своему парню, но девушкам хорошо, это не нравится. Это хорошо, этот, губами, да, имеешь в виду приятно? Или просто? Я думаю, мы про анал говорим. А? Я думаю, мы про анал говорим. Ты любишь тропонить парня? Нет. Подожди, я чего-то понял. Мы друг друга не поняли чуть-чуть. Не, подожди, я имею в виду, что у тебя случайность была такая, да? Да, вот случайность была. Я говорю, что если подготовить все, то это не так и больно. Не, ну смотри, ну давай, типа, с этой стороны, типа, вот давай тебе подготовим тебя. Не-не. Не, ну смотри, тебе не нравится, а чем девушка отличается от парня? Стой, стой, стой. Тут как бы разговор заходит в тупик. Атакует, ребят, я дефаюсь, короче. Давайте, давайте переведем его просто в другое русло, потому что я вижу, здесь я не силен, понимаете? Я не смогу здесь защищаться. Да, не. Не, ни разу. Убрала вообще, просто снесла. Да, ее инст, вот, ребят, вот инст. На мой тоже подпишитесь, ребят, под стримом Камик Про Лайф. Модераторы, поспамьте, пожалуйста, мой инст. 300 фолловеров добить. Так, тут донатик пришел. Жой, бери где-то. Бонбой на связи, Оля, привет, как раз же собирались 5 на 5 на даче собраться. 5 на 5? Оля, ты гонишь. 5 на 5 это что значит? Я тоже не поняла, что такое 5 на 5. Мы с твоими пацанами за... Цепи своих подруг, поиграем в стрит. Ты понимаешь, что это? 3 на 3, 3 на 3. Это не про стритбол, если что. Я поняла. Ты точно поняла? Смотрите, она правда стесняется. Я стесняюсь. Не смущайся. Пальчик в попу норм. Чел, ну давай удачи, блядь. Скоро и член там появится. Как бы одобряем, одобряем. Это твой выбор. Так. Инст, в смысле, блядь, так, ладно, где-то пацанов готов к себе позвать, пацанов каких, каких? 10 из 10 надо звать. А, 10 из 10, да, для других нее. Других не надо, надо 10 из 10, да. Ну и злого можно, и все. Старый, нахрен ты нужен, на нее лучше подпишусь. Не, ну на меня тоже подпишись, алло, там сторисы такие, блядь, вообще бомбезные, алло. Мотивация для тебя. В зал в 11 утра. Да, завтра зал в 11 утра, да. Я вдохновилась, замотивировалась. Рили? Рили. Что ты рассказываешь? Пусть малая начинает стримить. Так я думаю, ребята, ну то есть, пожалуйста, ну то есть, я же не пошел. Ну честно говоря, я бы еще пока наловчилась, чуть-чуть с тобой. Ей нравится творчество. Вот говорю, посмотрите историса, и она поет там, что ты еще делаешь? Танцую. Тикток, да, тикток херачит. По чуть-чуть до нее дойдет. Она идет в том направлении, ей вот всего лишь 18 лет. И это, поверьте, это упорство нужно. Это за полгода там не приходит. Так что выстреливает или еще что-то. Надо много это, времени? Ну, конечно. Ну, ты по-любому должна там полгода, год стримить. У меня чтобы просто были понимать, такие мысли, типа, как, что мне уже поздно. Как работать с этой аудиторией. Потому что, смотри, вот некоторые сообщения просто пропускаешь по той причине, что, ну, они типа булят. И ты одно на второе, на третье такое попадаешься. И типа, и вот как у меня было. Ах ты, уёбище, напер матч. Сейчас меня, ну типа, меня невозможно обидеть чем-то, донатами особенно, не обидите, ребят. Давайте, донатьте, короче. Дед, ебал уже эту сучку? Конечно, дядь, блядь, конечно, привёл, блядь, показать, блядь, конечно, блядь, ебал. Вот видишь, на такие донаты вообще не надо, типа, отвечать. Ну я просто, так сказать, согреть здесь. Голстрим в качалке, да, ребят, завтра будет. No. Да, завтра силовые, завтра будет джим, завтра будет жестко на самом деле. Завтра прям, не знаю, завтра прям будем ебельнить. В 11 утра, да, в 11 утра завтра стрим будет. Уёбище реально, за шо уёбище? Ну смотри, смотри, за шо уёбище? Это кому посылается? Это мне, это тебе? Да, уёбище, не, смотрите, а вот, вот видишь? Ты реагируешь на это, не надо реагировать. Вот уёбище, блядь, я их говорю. Вот они начинают смеяться, посмотри. Когда они начинают смеяться, мои модераторы сразу пермачами. Пермач это, короче, бан навсегда.
Но никто не банит, они просто рофлят, короче. А-а-а. Вот у меня такая вот ментальная связь с чатиком. Вот смотри, ахаха. Чё ты смеёшься, уёбище, блядь? Иди, сука, блядь, в школу, блядь. Сходи там, не знаю, в тренажерочку пойди. Сидит, блядь, тут смеётся. Давай, давай, дядь, блядь. И давайте, модераторы, работайте пермачами, наконец-то, начнете хуярить их или нет. Вот смотри, бля, видишь, как вы, ха-ха-ха. А-ха-ха. Сколько жмешь на раз, я не знаю, дядь, я не жму на раз, 75 я жал на 4 или 5 раз прошу тренировку. Целуй. Да я пытался. Ну тут, кстати, дефа давай, нет. Так, сюда. Давай. Можно, да? Можно. А злой не будет ревновать? Ну, не знаю. Ты уверена? Ты точно уверена? Я уверена. Ты на том? Да, том. Ну, на подружке что-то нет? Ну, только в ямочку. В ямочку. Ой, бля, ой, что ты... Так, за что бан? Мы не в губы. В губы нельзя. Пошло добро. Вот видите, бля, ну ей 18. Ей 15. Короче, ребят, возраст не главное, я говорю вам. Видите, видите, какой я уверенный, красивый, молодой мужчина. Мужчина. И не важно, сколько мне. Вот так вот, да. Да. Скоро не только в щечку целовать будешь. Ну, это уже вне стрима. Это поняли? Поняли, вот так вот. А знаете почему? Потому что забанят, да. Да. Ей 15, следующий стрим. Уёбище, пошел нахуй. Вот это вот точно пермачом ебаните, уёбище. А ты шо ржёшь, бля, уёбище второе. Шо вы ржёте, бля? Так, ладно. Ладно, чатик. Резюка. Да не, блин. Малая нормальная, говорю. Малая нормальная, говорю. Ну, нужно что-то на следующий раз, там, через неделю, ну, типа, на следующей неделе или через недельку, там, позвать. Может быть, пару тиктоков заснять с ней, да? Вне да. Стрима, там, еще что-то. И на следующий стрим пригласить, там, с реакцией или кого-то еще позвать. Ну, короче, ребят, в инсте вся информация. Я там опросики буду делать, так сказать, кого позвать, с кем позвать, или там вы хотите один на один. Вот Злой, типа, получается, мешал нам, да? Не, ребят, ну так не говорите. Злой нам не мешал, не надо тут. Не надо тут рассказывать, Злой не мешал нам. Злой вообще, просто мы красиво, ну, этот. Но она прям раскрепостилась, целовать себя дает. Ты, то есть, не могла, да, целовать. Определиться? Ну, сейчас уже как бы выбора нет. Выбора нет? Бля, ты такая вот, да, вот на две стороны. То есть, блядь, раз Злой вышел со мной, я вышел со Злым, да? Ну, я так, я думаю себе, делаю выводы. Хорошо. Ну, она нас оценила на девяточку, короче. Короче, мы френдзона вот так вот, она сказала, нас зафрендзонила. Но эта френдзона может сорваться в любой момент. Ну, в любой момент. Да, в любой момент, поняли, да? Да. Запускай на Бонго, посмотрим поцелую ниже. Да, блядь, да, да, да. О, в бутылочку. Бля, а у меня были вот такие... А, я с Михалиной. Типа карт... А шо это? Это 18 тысяч. Это 69... Да, тут, короче, давай по одной печеньке возьмем. Давай. Ой, сейчас покушаем? Мы сейчас пойдем покушать. Не, без рофла. Без рофла. Мы пойдем в рестик, тут есть покушать. Ну, это, короче, печеньки предсказаний. Я с Михалиной одну... Какая Михалина? Михалина. Кстати, хотел бы, чтобы ты ее заценила, да. Давай. Так, чатик, секундочку. Так, Диана, это. Это было так. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Моя инста. Вот ее инста, кстати, зачекай. Да. Так. Ну. Все, блядь, это, короче... Микрофон, что я? Почему не могу печатать? Вот. Так, Михалина Новорковская. Так, ого. Ой, а там... Ну, это все понятно, это просто жопа, сиськи. Не, ну чё? Это не то, что бизнес, она, этот, как она называется, вот такие вот... Ну, она неё... сориентировалась, что это залетает. Ну, она, слушай, она и ухаживает за собой, ты понимаешь? Ну, да. Вот у нее вот такое творчество, у тебя другое. Типа, ты можешь тоже выбрать модельное творчество. Да. Не, ну понятно, что типа там классная фигурка, так, набирает так, больше ладно, актива. Она там в купальниках, она там, ребят, в купальниках, ничего не надо. Ничего не там не говорите, она там в купальниках везде. Она везде в купальниках. Шо? Это да, Михаил, подожди. Да. Давай, да, бери. Печенюшки. Бери, а теперь? Бери печенюшки.
А там можно предсказание или нет? Можешь, можешь кушать, может не кушать, короче. Там, там в середине оно, кстати, не съешь его. Саша, то есть, подожди. Я тоже возьму, ребята, одно. Так. Давай, зачитывай. Рэп. Рэп зачитывай. Шо? Там все-таки пошло. Она у... Давай я прочитаю. Она учительница. Ты на пересдаче. Возможно, тебя спасут... Можно такое говорить? Не, давай поменяемся. Давай поменяемся. Давай поменяемся. Читай. А ты можешь говорить? Да. Он вставит свой член глубоко в твою киску. Полоскай свой клитор. Так. На что ты меня решил? Подожди, это нормально, это нормально. Слушай, это тебе должно выпасть было. Так, у меня выпало вот это. У меня, не, вот это мое. Она учит. Мы должны выбрать были друг другу. Но съесть должны то, что взяли, да. Ну, я взяла вот. Так, смотри. У нее, короче, ребята, еще раз зачитываю. Он вставит свой член глубоко в твою киску. Ну, по факту, да, блядь. Угу. И еще останется там место. Так, полоскай свой клитор. Все, ты готова? Готова. Ну, это банят же. Так, не, на стриме нельзя. Ну, нельзя. О, она учительница, ты на пересдаче. Возможно, тебя спасут оральные ласки. У тебя 3 минуты. Спасайся, у тебя 3 минуты. Тут как бы, ребята, взаимовыгодное предложение пошло, да? Угу. Бля, модераторы, а можно, пожалуйста, вот эту хуйню, ребят? Ну, серьезно, блядь. Пиздец, где мои модераторы? Мне нравится. Сори, вам надо... А ребят. С кем ты собирался в эти приколы играть? А ни с кем. Ты просто типа... Да, я взял их в магазине, все. Так, ребят, ну не спамьте, блядь, ну... Я не знаю, где модераторы, не понимаю. Что делать модератор? Блядь, только это, ну модератор модерирует чат, то есть я могу, вот у меня модераторские права, я могу забанить пермачом, 600 секунд тайм-аут дать. Пермач такие, да нет, а какой пермач, я же им по 600 дал, блин, модераторы отошли. Mm-hmm. Модераторы в основном вечером. Так, я не модер, сори, да, Женек не модер, да. Пельмешка тут, не, пельмешка где-то отошел, ребят. Может быть работает или еще что-то. Так, ну ты поняла, короче, да. Это пожелание не просто так, да, надо задуматься. Mm-hmm. Так, все, guys, где вопросики? Where is some question? Some question, короче, давайте. Короче, инсту я дал. Это не я. Я знаю. Они не видят. Вот то, что они видят. Ага. Ну, подружка классная. Тоже стримишь? Да. Бля, это нельзя. Ебануться, да? Тебе понравилось? Там Женя поцеловала. Я тоже так хотела. Михаил, что? Ничего. Что она сказала, чат? А ну. Я не чавкаю, Кэль. Okay. Во сколько, девуля? Что она сказала? Стала женщина. А, я бы тоже так хотел. Он, блядь, ну, мне значит не перепадет. Я тоже так хотела. А, ну, не услышали, молодец. Да. А, слушай, слушай. А, во сколько, да, во сколько ты стала женщиной? Ну, раз уж я такая открытая... 14 лет. Парни сколько? Не скажу. Не, ну... Ну, это любовь была, да? Да. Да, это любовь была, понял? Ну, это ну, нормально, какая разница? Не, типа? Ребят. Там, а что, если, ну, типа, если бы словили, конечно, конечно, это бы жестко было на самом деле. Да, 14 лет любовь, это точно, это точно. 14 лет любовь. И тебе смешно, да? Ей самой смешно. Блядь. Ей самой смешно. Ну вот, пиздец. Не, ну она откровенно ответила на вопрос. Ну да, что пиздец. И все, да. Моргни, если он тебя трахнет. Так не моргай. Не моргай. Не, ну я сейчас-то 18, ребят. Это сейчас 18, все можно. По двери. Ну, мы как подходили? Вы помните, да, как мы на ИРЛ? Кстати, возможно, в пятницу ИРЛ будет, ребят. Кто? Подготов... ИРЛ стрим. Ну, мы с камерой будем ходить. А, вот, стримить. ИРЛ? Да, ИРЛ. Типа, Real Life. Верно. Да. Возможно, в пятницу. Поэтому подписывайтесь на инсту. Там, в смысле, вы... со мной или нет? Нет, ну, мы с картом. А, будем, все, я поняла. Короче, да,
чат. Мы будем и реал стримить, возможно, в пятницу. Скорее всего, типа, шанс очень большой. Поэтому подписывайтесь на инсту, чтобы быть в курсе. Это топовый контент, да. Она охуенно, очень открытая. Да, я тебе говорю, я вам говорю, ребят. Я вот, мне понравилось, говорю, не только сторисы. Мы как-то попереписывались там сначала в инсте, потом говорю, дайте легу, там туда-сюда, пошли шуры-муры. Она там, говорю, я тебе сколько? Она говорит, 18, ой, да, говорю, нормально, Маева. А можно вот этой фотки фулы? Ну ты ж по-любому снимала там без этого, без нижнего белья. Ну, да. Говорит, она, ты вы понимаете, она говорит, изи. Просто отправила, блядь. Ладно, я-то шучу, ребят, вы понимаете. В каждой шутке есть шутка. Поэтому это шутка. И все, да. Дед, ей 17. Не, ей 18. Ей 18. Или тебе 18? 18. Что? 18. Фу, блядь, блядь, идите нахуй! Я только что чуть... Ой, все, блядь. Идите нафиг, блядь. Я реально только что поверил на секундочку. На секундочку поверил, да. Первая любовь, самая искренняя, к сожалению. Что еще раз? Первая любовь, самая искренняя, к сожалению. К сожалению, написали. Я думаю, да. Тоже можно. Ну да. Так, а где там Картман? А где там Картман, ребят? Чего он еще не подрубил? 16, не, ребят, понимаете, как работает 16? 16 можно в Украине, если тебе девушке 16, например, а парню не больше 20, там плюс 4 года. Если ей 17, то парню не больше 21, а 18 уже все можно. Ну, это по факту я говорю. Это так про закон у нас... говоришь или про что ты да, говоришь? Да, это в законодательстве так написано. То есть, если, ну, блин. Ну, если нету 16, то, типа, любой пацан, которому уже 16+, типа, он уже закон ответственный, типа. Он уже несет ответственность, потому что он на такую малолеточку забал. Я его могу кто? Посадить. Еще раз? Если мне нету 16, ага. То пацан, которому есть 16, угу. Все, я его могу посадить. То есть, типа, тебе 15, да. А парню 16? Я его могу посадить. А, ну да. Если он меня обидит, я его так. А все за решетку. А почему? Закон такой. Так тебе ж 18 уже. Я говорю, если бы не 15. А, ну 15. Не, ну 15, слушай, ну Шурыгина как выехала? Ну, выехала, на этом выехала. Писец, ну это глупо, парень получил, она получила еще известность какую-то. Ну, ладно, не будем. Нихуя себе, какую известность она получила. Да, не будем об этом обсуждать, это очень будет, так сказать, хреново на самом деле. Это хреновая тема для обсуждения. Чат, еще вопросики. Пизда, дед, блин, нет, это ничего не будет. Да нет, я ей 18, нормально, все. Она говорит, что она сажает парней. Не, я еще не говорю. Да сейчас Картман подрубится, вот, я на него хорд дам. Не, а чего так, блядь, ей 17, блядь. Да что ты рассказываешь? Охуенно известно, шлюха на улице называют. А, ее, ну да, ну типа, в смысле, Шурыгин. Не, ребят, давайте без нее, без нее. Вот, вот девушка есть, задавайте вопросы. Будут с ней еще стримы, давай отвечай, будут еще со мной стримы? Да. Да я же говорю, кого-то позовем тебе, ну типа, либо Артура, либо, не знаю, найдем тебе. А как тебе Артур Картман, который был, ну тут, который на 9? Если честно, я его не помню. Ты не помнишь его? Вонять. Так, блядь, сейчас я выйду, ребят, блядь, заебали выгонять меня, блядь, что вы этот, ну хотите с ней остаться, хорошо, я сейчас этот, выйду. А, она сказала на семерку. Ну, может быть, ребят, фотки это одно, понимаете? Они да. Не передают личность так как вот передают... А может, я ему в жизни десяточку дам? Да. Что подаришь девушке? Куда? На что? Что тебе подаришь? Что ты мне подаришь? А что, зачем? Ну, спросили, что ты мне хочешь подарить. А я не знаю. Ничего не хочу тебе подарить. Нужен повод. Инсту Картмана она видела, ребят, уже. Переключи на Бонгу. Это в прошлом. Не, ну там была история интересная. Так. Покажи еще стримеров. А стримеров в инсте или где? 24 сантиметра. Да, я, кстати, могу тебе 24 сантиметра подарить. 24 сантиметра удовольствия. Как тебе такая новость? Ну, вне стрима. Вне стрима? Да. Ну хорошо.
Такая искра пролетела чисто. Да. Размер имеет значение, но я не знаю. Посмотрим, короче, что она скажет там. Дай инсту. Так даю, ребят. Вот ее инста. Вот. Вот ее инста. Угу. Вот ее инста. Очень открытая девочка. Подпишитесь. На мою инсту тоже подпишитесь. Там сколько там осталось? Мне кажется, у тебя уже добили. Не, мне 300, кажется, нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, тебе нет. 300 надо было, да? Да, 300 надо. О, бля. 300 я осталось. Ну, это, видишь, в основном все подписаны уже. А, ну, давай посмотрим, не, ну, спасибо вам, ребята, за подписки, за то, что девочку поддержали. А вот, я говорю, это еще не раз мы с ней встретимся. Вот. У него 14. Ну, короче, в следующий раз расскажет, да? Я расскажу в следующий раз, да. Всю правду. Хардплея покажи. Блин, ну хардплея на самом деле, ну вот ему 33, он же женат, да, уже ребенок есть, поэтому нет. Бустера показывали. Она сказала, она никого не нашла на десяточку. Вот все да. На девяточку. Где вот вопрос такой. Уже 24 общаться, когда был злой, она в основном была повернута к нему. Я согласен, может туда удобнее. У меня просто левая сторона рабочая. Это как? Ну вот так. А, ты больше любишь. Вот мне тут. Да блин, у меня, ребят, я вот почему слева сел, потому что у меня, блин, вот эти фигни уже почти прошли, короче. Ну, если бы я села вот там, я была бы на тебя повернута. А, ну да. Понял, да. Хесуса. А, кстати, давай, да. Давай Хесуса. Давай еще посмотрим, короче. Давай. Ребят, скажите, я подцениваю когда... чуть-чуть. Да, скажите, когда там Картман подрубит. Как вам вебка, кстати, блин? Я поменял, блядь, вон у меня две, и это супер, ну, дорогая, а вон еще зеркалка, короче, за 17 косарей. Она вчера стрим смотрела, тот, что там, где тебе подруга постоянно говорила, что у тебя вебка хуевая. Еще раз. Но она еще говорила, что типа, как будто у тебя не 2К на лайве, а 20 человек, типа, смотришь, и у тебя вебка такая стрёмная. А, да, 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 блядь, вот это работало нормально. Потом, короче, она полетела, потому что вот, видишь, попугай погрыз. Угу. Видишь? Здесь попугай? Да, у меня полгода назад был попугай. А сейчас ты никого не знаешь? Не, я его отдал, потому что не хватало... ну, бля. Так. Не хватает внимания. Ну, не хватало у меня внимания на него. Так. Понимаю. Ну, по факту говорю. Не хватало внимания. Так, давайте. Кого, ребят? Кого показать? Кого показать? Ну, кого-нибудь, я не знаю. Как а, кому? Хесус. Хесус. Так. Это же Хесус, ой. Это девяточка. Девятка сразу. Что тебе нужно для десятки? Что тебе нужно? Ну вот не хватает мне до десятки. Блять, ну... Что? Ну вот на, ну вот не знаю. Я люблю таких, знаешь, мальчиков-тиктокеров. А подожди, что показать? Что вы там, Сильвера, Пукича? А, хорошо, давай. Кто это? Давай, Пукича покажу, да. Пукича покажу. Пукича? Пукича, да. Пукича. Бустера. Симпла показывает. Симпл. Симплуха на семерку вышел. Давай вот так вот. Вот Женек. Сейчас, вот. Ебать. Вот это мой друг. Это мой друг. Вот как тебе? Восьмерочка. Женек, ты на восьмерочке. Ты больше симпла, блядь. Клипуй просто. Просто клипуй и в карпу кидай, блядь. Сюда, Женек. Так, хорошо. Давайте дальше. Так. Подожди, кого? Жожо показывали, ребят. Алоха, да, давайте, алоха. Алоха. Алоха Дэн. О. Ну, я бы за татухи уже десяточку поставила. Что еще раз? За татухи. Когда видела татуха у него тут? На руке. Еще. О, на ноге нету. Я просто очень люблю мальчика с татуировками. Я прям... Так, подождите. Где? Где? Тератана. Сейчас, секундочку, мне кое-что надо сделать. Короче, вот ему ты десяточку ставишь, да? Ему десяточку. Ну, за татухи, за татухи. Просто за татухи. Десяточку, да, за татухи. А что нужно? Что нужно, чтобы вот, ну, именно. Я же говорю, мне нужен мальчик-тиктокер. Тиктокер. Да, ну, который... я могу стать вы тиктокером. Ну, если станешь тиктокером, поставлю десяточку. Ну, я... ну, у меня есть своя тема, ну, типа, а-ля... Вот и мне нравится, которая музыка мне нравится, я прям люблю подпевать там под зеркалом, тут туда-сюда, вот это распальцовочка. Чат, вы видели мою распальцовочку? Как она вам? Как она вам? Пока, это... А, Пока No Name? Подождите. Ты Пукича так и не показала. А, Пукич. Пукич, давай. Меня заинтересовали Пукичем уже.
Владислав. А ну, подожди, Пукич. А, ну, Пукич, понятно. Пукич, восьмерочка. Восьмерочка. А друг его Фил? Могу его тоже потратить? Восьмерочка. Ему 30 лет. А ты тоже он, да, я так поняла. Да, да. Восьмерочка. Подождите, кого еще? Пока, Пока, ну, ребята, у меня нету его инсты. Пока кэш, да, я понял, Пока no name, ой, no name говорю. А, да, Пока, а ну, кс, есть, да. Бля, вот это... О, десяточка! Ебать, чат, клипуйте! Я увидела вот этот первый видос, я ставлю десяточку, все. Ты видела его? Я вот видела, ой... Я ставлю десяточку. Какие глаза, Элли? У меня зеленые. Ты зеленые? Не вижу. Зеленые. Ну тут света не хватает. Давай вот так. Заглядывай в него. Да, зеленые, Миша, зеленые. У меня зеленые. Прям от света не просто жесть. Короче, десятка, блядь, ясно. Покажи еще его фотки. Кого? Да, того. Его? Это Пухич или что-то? Нет, это Пукас. А, он, блядь, на меня подписан, а я на него нет. Вот и я уёбище, блядь. А, он Москва с Москвы. Так, я и, короче, ребят, я и Москвы. Ничего. Десятый ничего, ты тоже, ты, у тебя прописка в Киеве. Да. Ты видела, как на тебя звонок смотрел? Ты думаешь, ты ему понравишься или из-за прописки? Ему понравилась моя прописка. Вот так вот, ребята. Строго, да, кстати. Бля, ебать, сразу десятка за видос? Я просто сразу увидела и сразу ставлю вот десяточку. Вот, ну, он такой, ребята, он смазливый. И, кстати, да. Очень... Макрицу показывали уже. Так, давай, кого? Рамзес, Иксайл. Не, Иксайла показывали. Не, подожди, а, строго, да. Строго. Ой, ну это семерочка. Опять не бывает? А сколько ему лет? 15? 18 есть. Да. Хорошо. А Вадимку? Семерочка. Ему тоже 15. Бля, даже посмотри, 18. Какие глаза. Смотри. Ну, в такие глаза можно и влюбиться. Да? Да. Ну, блин. Вадим, ты понял? Ты понимаешь, он сейчас, подожди, чуть-чуть покрепчает, пойдет в этот зал, качалочка и все. Ну, и поговорим. И поговорим, да? Да. Знаешь, сколько ему? 17. Это в России приедешь, это плюс 8, кстати. То есть 18 плюс 8. То есть это уже не я сажаю пацанов, это пацаны меня сажают. За соблазнение, конечно. Это двухственное. Ну он, как бы, если парень против, я думаю, он будет не против. Я думаю, он не против. Но подожди, за такие глаза сколько? Семерочка так и? Семерочка. А, я понял. Так, кого? Рамзес, пишут Рамзеса. Показывали Рамзес или нет? Вот она знакомится с нашими этими. Потихоньку. Так, что у него только фотки. Твой типаж. И угадайте, что? Что? Десяточка. Да? Да. Я вот эту фотку видела, вот эту в неоне. Розовую. Вот это? Да, я ставлю десяточку. У него такая тиктокерская именно. Вот. Внешняя, да? Вот именно, чтобы поколабилась с ним TikTok. В ТикТоке бы, да? И я не только в ТикТоке. Ну, поколабилась бы, да. Все, ты типа про нас уже забыла? Нет, конечно, ну ты что? Ну это так это. Это просто. Вот так вот, ребят. Вы, блин, не понимаете, магу, это магу, другое. Могу это. Так, а ну давай. Дмитрий Ликс, давай. Ликс там просто, да? Ребят, как. А вон Ликс есть. Семерочка. Даже я. Что это? Это рыбы ноги чистят, видишь, какие. А, понятно. Так, а да, в ЛГ, кстати, не, ну Пока, бля, ребят, вот честно сказать, да, стила надо и этот и кого? А, кстати, Братишкина, да, ну Пока вообще. Братишкина что-то такое знакомое, я его где-то видала. Так, давайте Братишкина, давай. Это братишка? Да. Вот это, ну, ты видишь. Восемь.
8. Восьмерка. Так, да. Хорошо. Стива, да. Картмана уже показывали, ребят. Картмана, я не помню, 7? А, ребята, как у Стива инста? Магу показывали уже. Дайте Стива инсту. Топ Сэм, да. Топ Сэм. Да, я подписан на него, я просто забыл. Девяточка. Девяточка, да. Да. А с такой машины? Тоже девяточка. Девяточка. Я на тачке не ведусь. Вот так вот, блядь, вот тут тебе уважуха на самом деле. Умеет заработать, правильно? Шо? Блять, ей все нравится. Эвелона показывали, ребят. Жожо показывали. А Папича, Папич есть? Симпла заценилась на 7. На 7, ребят. А Жеку, друга нашего. Вернее, Сани. Ну, короче, у нас общие друзья. А заценила она на 8. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот, вот так вот. Да-да-да-да-да-да. Ну, чем-то. Не, ну, ребят, ну, такое. Ну, такое. Кого еще? Гайз, давайте next оценку и все. Последнего. Крайнего? Да. Так. Так, давай. Вот, Индианыча, давай, 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 давай. Ну, блядь, я думаю, это, возможно, ее типаж, кстати, Индианыч. Жирная, уебища, как тебе? Да не, чего жирный? Вот эту фотку покажи. Вот эту? Да. Десяточка. Ставлю десяточку. Заслужил. Все, офаю нахуй на дизморали, блядь. Накикали, блядь, там и так дальше. Фолента. Да все, блядь, мы устроили. Да она знает, мы устроили. Фу! Осуждаю. Мы устроили. А мне не нравится. Все, все, ребят. Ну все, все, все. Хватит, хватит. Это как оно называется? Да, да, бля, вот так вот чатик, вот так вот. Вот такая у нас девочка была, так, секундочку еще раз. Сейчас. На full screen, давайте вот, вот сделаю вот так вот, ребят. Что-то вы сегодня, вот покажите свою активность, вот серьезно, подпишите девочки в инсту. Ну что вам, вот серьезно, когда на IRL стримах вы активничаете, вот, а здесь не можете даже подписаться на инсту, вот просто зашли и подписались, ребят, ну ей же будет приятно, вот, да, и мне 300 фолловеров добейте, блин, капец, у меня 19,7, еще чуть-чуть, или уже все подписаны, если ты не подписан, то все, ГГ, вот, а вот и моя инста, ребят, давайте. Дрона, хорошо. Дрона просто не буду показывать, а просто Фолентаж, да? Фолентаж, есть. Как тебе он? Просто реакция. Если что, я включил его. Ага. Ну, 9. Девяточка. Да. Ну, девяточка, ребят. Вот так вот. Тиктокерша оценивает стримеров. Они тоже, кстати, на ТикТоке должна их было видеть. Ну, их не видела. Не видела. Ну, неймы, короче. Так, ладно, чатик. Ладно, все, Алоху, Алоха 10 заслужил за татухи, да. За вот это все. А, да, 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 да. Все, гайз, давайте. Марка уже оценивали, ребят. Уже оценивали. Спасибо большое, что смотрели, ребят. Вас очень много было. Спасибо большое Олечке, что пришла. Спасибо Злому, которого я уже поблагодарил. Ну, мы как приходят на коллабу, хочется отблагодарить. Мы сейчас там пойдем покушаем. Вот. Ничего не будет, не переживайте. Вот, все, давайте. Всем удачи, пока-пока. Всех люблю. Мапки оценивала, 7 там, по-моему. Да. Короче, да. Все, я... Уверен, что мы еще с ней встретимся. По-любому. Я думаю, вам эта открытая девочка понравилась. Все, давайте, Картману кидаю вас. Спасибо большое за то, что смотрели, ребят. Завтра стрим с тренажерки на 11. Не пропустите, блядь, завтра челленджи насадки буду давать. Завтра буду давать челленджи насадки. Готовьте свои телефоны и будете что-то делать, я вам буду планки давать или отжаться и так далее и тому подобное. Неважно, сколько вы сделаете. Если попробовали, отжались там или что-то сделали, я тоже буду давать сапки. Поэтому не стесняйтесь.
Ты же не десятку, Зарк, ты вообще уёбище, блядь, на ноль. На ноль. Все, давайте. Всем пока. Ребят, всех люблю. Пока. Не, Зарк, тебя не оценивали, никто не просил, там много описали о других. Ты на сколько, Идианыш? Ты, блядь, уёбище на десятку, блядь. Мы со злым на девяточку. Но ты уёбище, блядь. Не, ну хотя сейчас исправился уже. Все, давайте, ребят. Пока. Давайте, Картман.